Трансляцию? Еще там делай, если хочешь. Да, надо уже начинать уже. Неделю Так, ничего я не в было. лобби тогда войду, чтобы ты сам смог меня позвать. Да, давай. Итак, всем добрый вечер, дорогие дамы и друзья. Здравствуйте. Сэры, сэрихи. Что, воскресный Need for Speed? Мы здесь. Сегодня, наверное, Миша не будет, пускай отдыхает. Человек работает, у нас очень большая разница во времени. Теперь по зимнему времени. Это тоже такой маленький минус. Тем не менее. Часов 6. 6, да, сейчас у нас 6 часов разница. Так что, тем не менее, всем добрый день. Добро пожаловать на стрим. Всего приятного, как говорится, времяпрепровождения. Забегайте. Всем будем очень рады. У меня сегодня день, блин, вообще у меня уже глаза квадратные, но я так соскучился по гонкам, что нужно поиграть, как бы там ни было. Да. Такс. Ну, я видел, что ты играл, как бы Discord сдает своих. Я смотрю. Да, я смотрю, такой, опа, есть контакт, да, думаю, ну ладненько. Так, а что у меня здесь стоит? Миш, а вот, здесь мы нажимаем создать. Теперь тебя надо пригласить. Приглашаем. Опа, о, пришло, принял. Конечно, пришел. Когда все правильно не включаешь. Не удалось подключиться к сеансу. Нам не удалось подключиться к сеансу игры, поскольку он либо заполнен, либо больше недоступен. Что? Что? Это в смысле? Мы тебя еще раз отправляем. А я еще раз принимаю. Ну-ка. О, приняло. Все, отлично. Я еще, я еще создаю превью. Вот, теперь мне надо, подожди, твой звук выключить Need for Speed, это у меня уже двоится начало, крыша ей, дом стоит. Ты у меня двоился. Да, ну потому что у тебя звук включенный в игре был, динамик, я сейчас его в игре выключил, все, сейчас у нас шикардос. Отлично. Хорошо, когда так можно. Да, я... Другими управлять. Чуть-чуть можно, да, без проблем. Так, ну что, заходим онлайн. Всем добро пожаловать, заходи. Я опять же поставил... Да. Хотим. Спрашивай меня, хочешь или не хочешь? Конечно, хочешь. Да, я монтировал. Сейчас хотел уже опять нарезочку сделать со стрима еще, который был в конце ноября. Но теперь у меня будет еще... даже так? Да-да, но еще больше теперь информации будет, потому что я сейчас тоже поставил на запись. И, соответственно, можно будет потом еще что-нибудь такое придумать. Мне, кстати, тоже нужно тестануть, если я могу на AMD и стримить, и записывать одновременно. По-любому можешь. Я не знаю. Ну, сейчас потому не что я обычно с OBS пока стримил, я с этого, с AMD я записывал. Вот, Я так делал. Вот так ты делал. Ну, я и там, как бы... Если у меня стрим идет, вон, я здесь включаю запись. Да, что-то долго заходит, но вот, все, мы здесь. Ура, ура, ура. Так, оставляем наш... Превьюшку я создал, наконец-то. Окей. Ну, у меня наша стандартная есть, потом по ходу пьесы поменяю. Ага. Ну, я меняю всегда, чтобы было какое-то разнообразие. Окей. О, медведь в сети, я вижу, кстати. Миша в сети? Я не помирать не буду. Сети, да. Не, ну вот мы в Дискорде сейчас позвонили, если что, он может к нам присоединиться, и все нормально. Так, это ты на зеленой лансере, нет? Нет. Не, я в этом. Ой, я даже не знаю где. Ну-ка. Я в гараже стою. Подожди, я тоже стрим запущу. Сейчас, момент. Только-только создал превью. Блин, с тачки синяя пыль. Ну что, дорогие дамы и господа. Мы полетели сейчас навстречу гонкам. Надо заработать чуть-чуть денег. Ставим. Тебе деньги нужны? Тебя сколько там на балансе на твоем? У меня два ляма, мне все равно. Ну какой ты хитрый. Ну у меня тоже два. Но дело даже не в этом. Все равно. Да-да, у меня 2 100. Не удалось создать трансляцию. Это что это такое? А, это потому что. Блин, мне заново сейчас. Это потому что ваши ники надо переписывать. Да, потом допишешь и все после окончания трансляции. Опять эта фишка. Я тоже пытался. Мне все равно заново надо создавать теперь. С третьего раза только у меня принял ник твой через собачку, да, когда я пишу, чтобы как ссылка была. Первый раз вообще не хотел. Самое. Я, короче, создал трансляцию, потом зашел еще раз и сделал изменить, и тогда он смог это сделать. Ну как бы не было. Так же делай.
Да, если сразу не получается, ты насчет этого не парься, просто когда закончится стрим, потом можно дописать это, да, поменять, или я потом также после стрима в описании добавлю, и все. То есть это сейчас так. Просто чтобы знали, все равно зайду. Так, ну я тебя жду, я уже доехал до гонки, тебя жду, да. приглашать. Сейчас, подожди, я попробую не ники прописать все же один раз. Я вот сейчас создалось. Так, драйвер лайв надо. И медведя тоже добавлю. Вдруг присоединиться. Добавляй, я потом все равно допишу, ага. Еще. Без проблем. Мед. Вот он. Мед 2D. Все, 85 из 100. Все, отлично, создалось. Отлично, можно начинать. Так, так. Сейчас сюда вышли. Так, в игру вошли, трансляцию, думаю, включили. Ну-ка, сейчас на телефоне проверю тоже. Включилась прямая трансляция кастом. По идее, да, по идее. И надеюсь, меня слышно. Угу. Так, чё, угу, слышно? Конечно. Не, хорошо сейчас слышно, нормально все. Не, на стриме, у меня стрим-то включился. А, это, к сожалению, я сейчас пока проверить не могу, извиняйте. Отлично, слышно и меня, и тебя, все, я проверил прямо сейчас с телефона. Все, супер. Ну все, дорогие друзья, всем привет, теперь я тоже включил стрим, заходите к Олегу, к драйверу, к медведю, к Мише. Mm-hmm. И если механик присоединится к нам, и можете смотреть трансляцию от лица нескольких людей сразу, ну и просто какой-нибудь интересный контент. Так, что мы днем, значит, да, получается, выхожу в день. Да, в день заходи. Ага. О, Бладюшник, здорово. Добро пожаловать на совместные покатушки. Чё там с хитом? У тебя ещё скидок нет, да? Я вот товарища пригласил тоже в хит, но он говорит, как скидки будет? Ну нет хита. Ого, пропал парень. Еще одного друга я, кстати, приглашал в хит. Блин, это хорошо, вот все равно. Да, пока игрушка так тянет, я прям очень рад. Реально сильно рад. Ну, она очень хорошо, да, работает, сервера все работают. Можно оттягиваться, можно гонять, зарабатывать, покупать тачки, все это дело. Я также на Gran Turismo долго сидел, играл, пока, но все это сервера открытые были, да? Но... Кидонов еще не было. Ну, нет, они были, видимо, закончились. Что? Ты с кем разговариваешь? А, с чатом. А, супер. Ну, привет чату у Тимура. Что? Давай, я тебя зову. Влад мне пишет. Получай. Да, а я принял. Молодец. Юнона. А у меня, кстати, на русском остался. Я язык не сменил. Okay. После того, как... Типа, я же винду перестанавливал, игру поставил, а мне почему-то на русском поставилось. Хотя я выбирал итальянский. Ну, ладно. Mm-hmm. Так, что мне Ник, кстати, наверху пишет? Не знаю. Это когда я говорю, это Дискорд. То в левом углу, если запишет, то это Дискорд, да. В левом. Почему-то меня видит, тебя нет. Но у меня тоже, у меня вообще ничего не пишет сейчас, ну, не вижу этого. Ну, может, ты как-то отключил. Не знаю. Я вот после того, как список добавил, еще не было. А когда это добавлял? Потому что скидос был, по-моему, 2 недели назад был большой скидос. Ой, они мне последние 3 недели сколько скидок делали. Я же поставил себе в желаемые игры там много очень чего интересного. Как нормальная скидка будет, думаю, возьму. У меня даже на GTA 5 скидка приходила на днях. О, у меня сейчас тоже есть на GTA скидка. То есть я... Я не знаю. Ах, у меня она есть на PlayStation 3, по идее. Да, можно было бы... Это есть на плойку 3? Конечно. Ничего себе. Как ты думал? Ханы, у меня теперь и 4-я плойка есть, видел, да? Я прошел уже 5-ю несколько раз под несколькими сюжетами окончания. Несколько раз? Да. Ага. Онлайн, я в него онлайн играл мало, но в свое время. Потому что мне эта игрушка уже очень давно. Всем приветики, удачного вечера, только хорошее настроение и отдых. О, Виктория, спасибо большое от души. Блин, ну что... Что 5-я GTA была на 3-ю плойку. Ты не знал? Не знал. Серьезно? Ничего себе.
Да, конечно, она вышла сразу же, да. На третью вышла, а потом... А, ну да, 2013 год, конечно. А потом уже на четвертую, месяц или неделю позже на четвертую показалась она. Конечно же, большинство людей уже играли в то время на четвертой, но я также играл с пацанами на третьей плойке. Единственное, я пробовал подсоединиться, и мне тогда не повезло, то есть у меня есть родственники там, знакомые, у них PlayStation 4 уже в то время была. И с четверкой, с третьей нельзя было подсоединиться онлайн играть с сервера, да? То есть понятно. На PlayStation 3 были отдельные серверы, ежели на 4, да? И вот очень удобная тачка. Нет, ты, конечно, красавчик, что тебе четвертая Pro пришла. Да, ну, подарил, родственник подарил, да, ну, я с ним разберусь, конечно, но терабайт, еще и Pro, да, и терабайт. Разберусь, он не подарил, я с ним разберусь. Я с ним еще разберусь, конечно же, я же такой не могу, то что, но я все равно хотел ее купить, и потом, когда узнал человек, что я хочу ее купить, и... Соответственно, нет, она конечно, в состоянии ты даже себе представить не можешь. То есть, как новая, да. Я коробку открыл. Там вот эти Uncharted серия игр, Last of Us, там все есть, да? Last of Us, Uncharted, блин, лучшие игры. Все, что ты вот, что тебе нравится, там все есть. А я ни в то не играл. Ну, Last of Us. Блин, обязательно поиграй. В то поиграй. Лучшие игры просто увидишь. Last of Us у меня есть на третьей PlayStation еще даже. Тоже. Я еще не проходил The Last of Us, ну, как бы на ПК, вот когда возьму первую часть, пройду. Когда-нибудь у меня время будет, я обязательно врублю. У меня же карта захвата есть, я вот думаю все-таки на третью плойку здесь запускать, там разные какие-нибудь игры для настроения. А сколько карта захвата стоит? Кстати, Влад, я прочитаю сообщение просто сейчас. 6 евро, 8 сколько? Евро, смотря, ну, у тебя может там 10 евро, ну, копейки. Копейки, да, действительно. Да, но у меня вон, что скинешь мне адрес он в Дискорде, я тебе пришлю, у меня вон есть. 10 евро это один раз кофе попить, ну ладно, не один раз. Нифига себе тебе кофе попить, я на 10 евро я могу 5 раз кофе попить. Всем привет, удачного вечера. Виктория, спасибо, что забежала. Я тоже могу, посмотря с чем. Да-да, а, ну если да, если что-нибудь сладенькое взять для дополнения, тогда, конечно же, на 2 раза хватит. Да. Не, у меня просто есть еще несколько сколько лежит в наличии. Не было, GTA такое, сколько-то. Не, ну почему? Там смотри, в GTA 5, если гонки какие-то выбираешь или совместно проходишь, интересно. Совместно миссии проходить, я пробовал, прикольная тема. Но опять же, это надо тебе. Что, еще раз это? Норма, а то после четвертой то уже какой-то набор всего и вся для всех и ни для кого. Что на? После четвертой плойки игр. Давай еще раз это самое проедемся эту и потом давай дальше пойдем. Да. Кстати, не слишком громко игра, ты меня нормально слышишь, когда я еду? То сейчас то слышно, а потом мотор там всякие. А вот этот тут я не знаю сейчас. Ну у меня то мне на этом заглушено, я не слышу. Не могу тебе сказать. Я сейчас попробую в телефоне включить, что скажет. Какие точила, блин, я фото сделал, потом скину. Да ё-моё. Так. Камера, мотор. Ну что, не начинается слышно. Еще? Чего? Надо отъехать мне, наверное. Я же тебя пригласил. Почему а мне не пошло, еще раз давай. Да брось. Я же тебя приглашал. Я жду или тебя, да. Скинь, пригласи меня еще раз, у меня ничего нет. Ну подожди теперь. Я, наверное, интерфейс выключал и не заметил. Ну, вот чувак какой-то стоит, Терминатор 7-1-1-2-2. Так, опасный парень. Да по-любому. Всем приветики. Наталья, здравствуй, муркусь. Отработайте выходной. Здравствуй, о, Наталья, ну-ка. Здорово. Слышно, скажи раз-два-три. 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 Ну-ка, все. Слышно тебе нормально. Нормально. Ну, отлично. Все, в телефоне тоже кайф. У меня превьюшка прикольная, где мы втроем стоим. Вот гелик и две мощные эти наши тачки. Я ее так и это самое. А я ее оставляю, если ничего другого нету, она у меня и будет. Там через раз она будет и стоять. Лучше, чем оригинальная этот нитвоспидовская. Еще. Че 3 недели? 3 недели Влада еще отрабатывать. Ты в Новый год, надеюсь, не работаешь? Ой-ой-ой. Ой, я, кстати, 31-го тоже работаю. Я пока без звука.
Наталья, ничего страшного, все хорошо. Спасибо большое, что забежала. Да, у меня 23 декабря работать, 31 декабря работать, да-да. Ну, у меня там как работать, как всегда, до обеда. То есть это не до полночи работать, знаешь. Ну, то есть, там до обеда она... Да, раньше я работал там до 2, до 3 в эти праздники, а сейчас в час дня я уже дома буду. Не, ну я когда в ресторане работал, у меня, по-моему, пару раз получился прям... В 2 ночи возвращался, то есть уже Новый год прошел. Ну, уже 1 января домой ты шел после работы. Ну, это ресторанный бизнес, такой бизнес, да. Это такая штука, что у тебя нет ни личной жизни толком, ни того, ни сего. Ну, да. В этом что-то есть. Ну, раз, три, два, один, и погнали, погнали, погнали. У нас сегодня давай после этой гонки еще гонку и в ночь. Да, конечно, без проблем. Я просто не знал, насколько у тебя там на счету, но если у нас мы одинаково идем по бабкам, здесь там кошелек у нас одинаковый, не как мы можем теперь, конечно же, Феррари, запчасти открывать. Ты хочешь Феррари купить или ничего? Как да, у Миши? Я думал, Феррари, который у Миши, да-да-да. Тогда надо еще покататься, чтобы ты ее купил, ты между на тюнинг денег-то не останется. Купил еще тюнинг, да, ну, давай покатаемся, ладно. Потому что у тебя потом, ну, я ее могу сейчас просто купить чисто автомобиль, и все. Он же сказал нам... С тюнингом Феррари тебе надо 2 миллиона 700, а у нас только по 2 200. Ну, да. То есть... Какого-то дубликата нет, вперед. Че, миллион нужен как бы этот, вот. Диджей этикет. Блин, я не могу сейчас ничего писать, пока занято. Я еще руку... Я пытаюсь быстро что-то... У меня еще рука правая перебинтованная, блин. Я так сильно не давлю на кнопки, потому что не очень приятно. А, ничего себе. Да, уже пару дней хожу. Больничный, все дела. Ну, по крайней мере, перелома нет, уже хорошо. Грузовиком был? В субботу прям? Это еще... А, старая запись. Это еще нас... Да, это записывал-то я уже давно. Не, это прям... Просто что-то тяжелое потянул. У меня год назад в этом месте рука была поломана. Я думал, может, что-то опять там хрустнуло. Хруст какой-то и боли сильные, кости, ну, да. Ты сказал, да. Да, и это как бы вот когда вот... Кости болят, ну, спать неудобно, и просыпаешься от боли в этом, в руке, как бы. Да, не очень, как бы, это еще хорошо, что еще не лето. Летом она еще хуже переносит, чем зимой, когда холодно. Да? Ничего себе. Ну, конечно, у тебя, если какие-то переломы или где-то что-то ковырялись, а там она при горячей температуре намного больнее это все переносит. Ничего себе уехал. Диджей. На километр, видал он? У него, наверное, какая-нибудь там Кёнигсек, может, какой-нибудь, я не знаю. Я даже не обратил внимания, на чем он там был. Я только увидел, что он написал мне, давай, типа, и уехал. Вперед, да. Все. Ну, это навеки не догонит. Или на чем он там? Уехал, да, уехал. А, ничего себе, на Форде GT сзади. Ford GT это у меня был. Я скоро безумным буду, я еще не знаю, работаю или нет. Ага, я на работе такой, что работаю хоть круглосуточно, ничего себе. Ну, круглосуточно это тоже жестко, конечно же. Так, давай я, наверное, посмотрю другую дорогу, где получше плотят. Давай-ка, ну-ка, здесь 24. Погоняем, конечно, погоняем. 18, а здесь у нас 65, во! Нашел дорогу, где плотят нормально. Сейчас подъеду, приглашу тебя. Ты за мной поехал? Да, за тобой, да, чё? Чё ждать? Там чё? Где-то вот здесь было. Не, вот здесь поворачиваем налево. Как я люблю, она так боком идет, газ нажимаешь, а потом она выравнивается рано или поздно. Кафец. Вообще, вот у меня неделю назад снег у нас был, я пробовал на дороге такое делать, вообще прикольно. Ручником прям задействовал, да. Ну, как бы, была бы BMW, как бы, ручник не нужен тебе, да. А машина, передний ведущий, как бы, надо ручником закинуть ее сперва, а потом выравнивать. А мне рассказывал шеф на кухне, был я 4 года назад работал во французском ресторане. Он говорит, мне BMW не нравится. Потому что их заносит. Ну да, да, когда вот, если ты вот умеешь более-менее ездить, или вот именно чтобы ездить боком, это тот самый автомобиль, который тебе и нужен, да, то есть там ты педалью газа выравниваешь это все дело, да, то есть если тебя начинает заносить руль в другую сторону, ну как дрифт, ты выворачиваешь в другую сторону руль. Уметь водить. Что-то. Да, даешь газу, как бы, принял, да, Раптор? Принял, да. Окей. Ну то есть...
Че, я не доехал, что ли? Менеджер по продажам. А, менеджер. Менеджер. От такой херни до нормальных штук. Но там от партнера зависит. Да-да. Ну, понятно. Ты, а ты куда-то ходишь на работу или ты дома? Кто? Маша удаленно. Влад. А, Влад. Ну да, если он, у него какой-нибудь, может, там хоум-офис есть, он может быть в компьютере там сидеть, что-то продавать или сидеть. Это вообще удобно, конечно, так иногда. Но с другой стороны, я много слышал негативного этого отзыва, когда вот дома сидят на удаленке вот это, да? Угу. То, что у тебя потом получается вот эти границы работы и приватная жизнь, приват нет. То есть разрывается, а ты намного больше можешь дома за компьютером проработать, посидеть, как бы, да? Да-да. И это то еще себе. Ну, то есть у меня вот в этом плане хорошо, что на заводе я не могу свою работу с завода домой забрать, как бы, ну, мне удаленка не получится, хотя нам, типа, там намекали. Мне то же самое говорили на кухне, когда нам приготовление надо сделать, там что-то не успеваешь, мне коллеги шутили, ты домой бери с собой. Бери кастрюлю домой, да? До приготовления делай. Ага, доширак дома наваришь, придешь, подогреешь, то есть. Мне в этом что-то есть, как бы, да, вот кто вот с компьютером связан по работе. У меня как бы компьютер есть на работе, ну, для работы, но я все равно должен находиться на месте, как бы, да, плюс вещи вот эти вот, все. И это хорошо, что я не могу, как бы, допустим, как кто работает в бюро, и менеджеры, они взяли с собой лэптоп, и как бы могут дальше работать. Это вроде бы и плюс, и вроде бы и минус, да. Я какой-то, вроде бы и флексибель ты на самом деле, но с другой стороны, говорю, много этим переусердствовали в свое время, и у тебя личной жизни еще меньше будет, чем если бы ты на работе все это оставил, пришел домой, делаешь свое. Это, конечно же, свой, как ну бы, да. Минус такой. Лучше работу и дома держать по отдельности. Да, тебе границы это стираются, понимаешь, и ты потом намного больше времени. Ты не там ничего толком не сделаешь, тебя будут дома постоянно кто-то отвлекать, если у тебя своей комнаты нет. Плюс еще и это, все остальное. Ну, это очень сложно, если честный процесс такой сложный. Кто не пробовал, ну, не поймет. С другой стороны, я видел вот эти вот у нас новые рабочие места, то есть у него как бы ноутбук там или iPad, они где-нибудь там идут, в кафешке сели там, да, кофе заказали. Опять же, ну, тебе надо, чтобы у тебя просто доступ в интернет, да, и работают. Mm-hmm. Приветики, зайка, привет, блин, сколько лет, сколько зим, соскучился. Зайчонок здесь, зайка здесь, Наталья здесь. Всем добрый вечер. У вас еще сколько у нас? Время московское. У них 10 часов вечера, да? Ну и еще как бы воскресенье. У нас еще время раннее получается. Наидобрейшего времени суток. Взаимно, взаимно. Я вот квази-кот сидел до последнего. Вот, сестры Зайцева, который один из них. Но пока монтировал. Сегодня у меня был такой, я бы сказал, знаете, продуктивный день. Я сегодня сколько роликов там монтировал, сейчас мы с тобой поиграем, я поужинаю попозже чуть-чуть и буду дальше монтировать, поскольку завтра утром на работу не надо, и я буду сегодня еще монтировать и монтировать. Хорошо. Ну, у меня до вторника как бы больничный пока, а потом видно. А, больничный, точно. Да-да, пока еще больничный, а потом видно будет, но все вот так вот как-то завязалось, закрутилось. Вроде бы и плюс, и минус, и можно по хозяйству что-то успеть сделать, и мне нельзя сильно тяжелые вещи было тягать, напрягать, и, соответственно, все это вот так вот. А сегодня, я говорю, старался сегодня никуда не отвлекаться, смартфон выключил интернет. Смартфон сильно, если честно, отвлекает в этой всем теме, да? Ну да, если... Я его выключил интернет и сидел, сейчас вот монтировал ролики на YouTube, загрузил, сразу же этот ролик там описание настроил, поставил время, когда он будет выходить. Все, и можно уже со спокойной душой идти дальше. То есть сейчас он у меня обработается, я потом только субтитры поставлю на него, и все. Да, вот оно пока субтитры вот. Субтитры на него? А, ну с Ютуба, в смысле? Да, на ютубовские ролики. То есть они у меня заливаются, там проходит там 3-4 часа, и потом можешь ты заходить, субтитры делать. Именно, ну, оригинальный сперва я ставлю субтитры, и потом уже английский, немецкий еще, да, дополнение. Потому что у меня есть товарищи, которые в Германии смотрят, но в России, конечно же, больше, или где-нибудь в других странах. И английский международный, как бы, должен быть. Не-не-не, кто? А, с Галей, тебя Наталья с Галей перепутала? Нет, это не злая Галя, это Виктория, она наидобрейшая Виктория, хотя у нее ник злая зайка, на самом деле она... Злая, на самом деле она добрая. На самом деле она зайка.
Хорошо, стрим. Спасибо могу большое. Ходить, могу в офисе, пока хожу, летом дома был. Это хорошо. Я дома ничего не делал, отмахали и все. Девчонки, спасибо всем, кто хорошо забегает, поддерживает нас. Мне очень приятно, и Тимур тоже приятно. Вот у нас у каждого по одному-два человека на стриме, в прямой трансляции, в чате, и уже прям хорошо. Это вот наш, ваша поддержка нас, нам приятно. Сидишь тут хоть ни в одного, играем, набираемся здесь опыта, плюс от вас такой фидбэк, как говорят, да, у нас получаем, то есть пишите в чат нам. Очень клево, нифига тебе, ты что тут хулиганишь? А я хочу пончик сделать. Давай, дева, на тебе. Ну подожди, пончик, стой. 40-50 тысяч, давай. Сколько еще. Сколько дали мне? Ну давай. 79 тысяч, наверное. 79 тоже. 79? Ну, мы хорошие места заняли, все. Не-не-не. Виктория у нас одна единственная. У меня такой вопрос. Вот Виктория Арклина, это один и тот же или все-таки нет? Вы не одни, с вами целый мир. Спасибо большое. Ой, как очень приятно. Ну, просто понимаю все это дело, но у нас по времени раньше не получается, а сейчас еще зимнее время перевели, то есть те подписчики, ну, которые, да, те подписчики, которые нас смотрели в летнее время или в осеннее время, или были с нами в чате, у них уже как бы, у кого-то уже понедельник настал, полночь, у кого-то еще воскресенье, но уже поздно, да, и это тяжело, все абсолютно понимаю, но раньше ничего, к сожалению, нет. Нет, это другая Виктория. Окей. Все понятно. Но у нас вот как-то вот так. Ездим, набираемся опыта, делимся каким-то опытом между, о, между Егор, собой. Здорово. Егор, здорово, привет. Всем. Привет, привет. О чем это вы? А мы тут рассказываем, что у нас с Олегом типа одинаковое время, и вот мы сейчас стримим, для нас типа нормально, а для тех, кто в России смотрит, для них уже поздновато. Россия, вот Сибири, мои подписчики из Сибири, у них уже там 4-5 утра, там, да, 6, у кого как, даже там, да, в 6 Владивосток, как бы, да, там, ну, это прям, это не просто все, да. Из-за этого все, кто находится в данный момент на трансляции, всем огромнейшее спасибо, это ваше драгоценное время. Поддержка нам, мы в свою очередь постараемся вас не разочаровать. Да, где пишите комментарии. Спасибо всем, кто заходит смотреть безумные гонки. Мы сейчас пытаемся накопить 2 ляма 700. Пишите комментарии на самую классную тачку, мне кажется. Мне она такая, везде, у меня да, в фаворитах такая, знаешь, она у меня висит. Если я ее, конечно же, возьму, это будет что-то с чем-то, но давайте пока реально подсобираем денег на этот автомобиль, идем, как говорится, к цели, пока у нас все идет неплохо, как говорится, все идет по плану, как в песне, в старой доброй русской песне, все идет по плану, так и у нас идет по плану, купим когда-нибудь эту Феррари. Дремал, это замечательно. Дремал? Вот это... проснулся, а вы стримите. Ну, ага. Поспал чуть-чуть, набрался силы, энергии. Я немножко поспал, кстати. Слушай, 15 минут сна сейчас вот, да, это прям такой фитнес для организма. То есть ты в эти 15 минут заряжаешь организм свой энергией, и у тебя опять есть силы на 2-3 часа далее, да? Это очень хорошая, ну, штука. Да, если, ну, очень... смотря на сколько устал, конечно. Ну, конечно, да, если ты трое суток вообще не спал, то тебе, соответственно, придется поспать так, что прям... Бориди... Ну, батарейка если... зарядилась. Он... А, ну, блин, я в воду ушел, засмотрелся в чат. Удачи в накоплении, мы вас верим. Спасибо большое. Я работал ночью, потом остался работать еще целый день до вечера, я все это время не спал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Получилось 33 часа без сна. Ну, может, поспал минут 10-15 только. Это очень-очень плохо для организма, если что. И было прям тяжело. Да, потом у тебя уже... Я вот пару суток один раз вытянул, вплоть до галлюцинаций каких-то уже будет приходить к тебе, да? Вот это очень, да, опасная, да, вещь. Есть такое, да. Для организма было очень плохо, опасно для здоровья. И, ну, это с собой может последствия еще те нести. Мало кто в это верит. Ну, вот хороший случай, ну, как бы работа, плюс если еще там рыбалка у тебя после работы. То есть тогда у тебя сутки двое не спишь. Я вот так вот двое суток вытянул, потом, блин, часов 20, наверное, лежал просто вот. Меня разбудить не могли, да? 20 да, часов, так поспи. Это жестко. Да, это очень-очень-очень-очень
Ну ты организм так батарейку высадил в ноль, прям, я не знаю. Как смартфон до нуля посади. А потом тебе надо будет. Нет, а главное, потом был обеденный перерыв, я покушал, и, блин, у меня такой огромный прилив сил был, несмотря на то, что я не спал. Это вообще. Ну, все равно под вечер. Ну, это время, это, знаешь, такой временный эффект. На самом деле организм уже эффект, да. Начинает истощаться, тебе кажется, все вот круто, знаешь, мне вот. Я сравниваю все время с вот этими энергетиками. Когда вот эти энергетики пьешь, они, по идее, очень опасны для здоровья. И люди, когда их выпивают, думают, ну все, вот я заряжен энергией. Потому что там вот эта долька кофеина и всяких вот этих вот вещей, которые как бы расширяют твои зрачки, но на самом деле тебе от них только хуже будет. Так же, как и кровообращение всему этому. Аккуратнее. Опасная штука. Да, лучше не злоупотреблять и лучше отдыхать, чем все эти энергетики. Я тоже стараюсь не это. Вот я в ночь, когда работал, у меня такое было дело, да, что у тебя с полвторого ночи до 4 утра ты можешь заснуть без проблем. Вот я дальнобойщиком был в ночь. Это очень такая жесткая тема. И всегда вот полвторого ночи приходит, ты можешь весь день спать, весь день ты можешь отдыхать. Все равно ты едешь ночью за рулем и начинает тебя вырубать. Как бы ты там днем не спал, понимаешь? Я весь день был спал в кровати, и все равно полвторого ночи начинают глаза закрываться, просто вот склеиваться. И это прям страшно. И вот надо перебороть себя вот эти 2,5-3 часа, прям сильно, жестко перебороть. Часов с 4:30, потом уже когда начинает потихоньку светлеть, если это лето, да. Зимой, конечно, хуже то, что все время темно. И это вот. Да. Сейчас. Вот так потом режим сбивается. И вот сейчас несколько ночей просто до 5 утра уснуть не мог. Все. Вчера была первая ночь, когда я спал. Я реально ночью спал. Ну, видишь, как, хотя уже давно это. Офигенно. Ну да, то, что на работу там, то до 3 работаешь, то еще там. Это им организм подсаживаешь, батарейку, конечно же, все понятно. Так, ну что, у меня здесь таких гонок нет нормальных. Вот здесь посмотрю дальше, сейчас подожди. Во, нашел, я поехал. Сейчас тебя приглашу, где хорошо прям заработать можно. Прям здесь можешь пока потренироваться. Обычно мы, кто знает наши стримы, воскресные Need for Speed, да-да. Обычно, кто знает, мы втроем, а сейчас... Миша уже тоже, он работает последние дни жестко, у него отпуск закончился, его месячный. И теперь вот... Месячный закончился. Целый месяц был в отпуске человек. Столько был на стримах здесь, сколько всего сделал. Много контента сделал. Человек. Много контента сделал, но с другой стороны, говорю, лучше бы так периодически потом, ну, записывал, периодически пускай она выходит. Будешь на работу ходить, а за тебя дальше YouTube работает. Вот это вот было бы интереснее, но... Тоже получилось у меня неплохо, говорю, опять же. Я вот тоже предатезом, если успею смонтировать пару серий, так же сделаю. Что именно? Нарезочки, Миша? Нет, серии вот именно, чтобы они вышли, пока меня не будет. Да, это всегда удобно. Ты это сделал, залил. Угу. Даже если ты их не поставишь время, то есть с мобильного телефона можешь запустить, когда тебе удобно. Я вот пару раз такое у меня было, что они у меня были залиты, но они были просто как приват. И потом я смотрю, время нормально вроде. Я просто сделал онлайн и все, видос. С самого стартанул. Да, ты едешь. Конечно, видишь. На карту смотрит, подсматривает. 65. Да. Гонка за 65. Да-да. Вот много таких было. Кстати. Шутки за 300. Так, ну-ка, стоять. 65-835. Чувак сигналит. Аполло 10, принимайте. Курортная трасса, ничего себе. Постараемся накопить копеек. Да, трасса прикольная. Постараемся накопить копейки там. Ну да, у тебя же сейчас тоже евро тоже. Как у меня? Е-386. Евро, центы там все вот это. А, евро это. О, кстати, я понял, как в этом, в донейшн поменять на евро. У меня же рубли стояли. Ну, зачем мне рубли здесь? Я поменял на евро. Ну что? Ну, в меню зашел, донейшн, там ты выбираешь, там несколько валют было. Да что ты... Ну, в донатах, я просто не знал, где там менять валюту. Много чего можно менять, ну. Все от тебя зависит. А то мне рубли донатит, я же не могу их выводить никак. Почему? Он же тебе по курсу уже через PayPal придет на банк. А вот нет, там написано, что никак. Не может.
Ты поменял на евро, может получится у него. Э? А чё такое? Почему сбросился ивент? Ты чё, не принял? Сбросился ивент, меня загружает. Ты не принял, что ли? У меня сбросился. Я принял. У меня сбрось. Загрузка идёт сейчас. Сбрось. Старт. Ну, сейчас. Я тебя ещё раз позову. Сейчас, подожди, я не могу сбросить, а это сам. Мне надо подождать, как прогрузка пройдёт. Да, вон, чуваки повыходили, было 5 человек, сейчас осталось. Владка. Ты отходил, подошёл. Или ты не выключал? В принципе, я... Гонки или нет? Есть какой-то... У меня деньги эти переходили потом в еврах ко мне, без разницы, если даже мне рубли прессовали. Это... Не знаю, может сейчас последнее время такое? Не знаю, ну уже давно такое. Я даже не знаю, у меня там есть еще деньги, есть, надо посмотреть. Так. На месте. Ну, Егор, я знаю, что ты на месте, я про Влада. Все, ты отсоединился от игры? У тебя заново приглашаю? Да, приглашай заново. Так. А, я, видимо, не твой принял. Блин. Ну вот ты молодец. Я тебе же говорю. Аполло 10. Аполло 10. Да, то я смотрю, название не совпадает. Это, видимо, вы одновременно скинули. Ну, может быть такое. Я так один из тоже Миша меня приглашал, я подсоединился к какому-то чуваку. Да, делишки отходил, понятно. Виктория, если ты еще здесь, как у тебя делишки? Как настроение? Ну, если выходные, скорее всего, может, работал или что? Вообще, как у всех настроение, кто смотрит. О! Наталья, я не знаю, здесь солнечная наша Натали. У нее вообще там и на видосы смотришь, у всех зима, а там еще какая-то весна какая-то. А, я видел, да. Весна. Ну, если так жить. Как, там, как у нас, прям, как у меня. В Краснодаре прям. Да-да, у вас там, у вас одинаковая погода, в принципе. У меня вот неделю назад была зима, сейчас тоже все растаяло, дождь был, снег, снег ушел. А так красиво было, да, все такое белое, снег. Но оно еще будет. То есть, если уже сейчас было, в начале декабря, обычно у нас в конце января снег, в начале февраля. Ого. Да, чуть. Намного позже, чем это самое, да. То есть, если сейчас у нас конец ноября, начало декабря была зима, то я думаю, в январе мы еще будем лопатой снег чистить тут. Вот этого. Так как отвратительное настроение, но живем, говорит Влад. А че так? Кто насолил? Погнали! Феррари. Вон, Феррари, блин, красивая, конечно, выглядела Феррари, но мы ее обошли, да? Это ты первый пошел? Да, я первый пошел, да. У тебя что, как у меня если машина? Если бы Миша был, то был бы Миша первый. Не, а почему? У нас вроде же одинаковый автомобиль, или что такое? Или не ты... знаю. Это, наверное, потому что прошел Rivals. Есть стаж. Есть стаж. Может быть, у меня, может, еще не все запчасти есть. Здесь купленные, да? Это тоже может быть. А, у тебя не все? Нет, скорее всего, нет. У меня все запчасти были на одной или двух машинах. Мне что-то там не хватает. 400 плюс стоит. Ну да, 400 плюс это можно сделать, даже если запчасти не хватает каких-то там. Потому что я мотор поставил, большой мотор поменял. На оригинальном моторе у меня бы не было 400 плюс. Ой, я слетел. Ой, я вижу. Ты открыл дверь в портал. Так, я открыл дверь в портал, да, действительно. Чел с порталом Егор, да блин, я путаю почему-то, Егор, Влад. Настроение... Влад, будешь проходить портал? Настроение нормально, но уставший, все понимаю. Обязательно. Но... Здесь, спасибо большое, очень... Я надеюсь, настроение получше станет, приятного, приятного. Очень... Конечно, настроение получше станет, ты же кушать сел. Очень приятно, вообще, да. Фундаментальная вещь, обязательно. Покушаешь и... Силы к жизни возвращается. Ну и расслабляешься, когда поешь, потому что у тебя вся энергия уходит на переварение этого всего в желудке, да, переваривает. Энергии много уходит, и ты начинаешь расслабляться. И это... если с пивасиком, вообще офигенно. Ну, вообще расслабишься. В Италии вообще он с винцом, без винца. С винишком, да, с винцом. В Италии без винца никак.
такое дело, блин. Но я пару раз только попробовал. Говорю, так вот мы в отпуске просто были, я наблюдал постоянно в ресторане, там, бокал вина, там все как положено. В ресторане, да. Но сразу видишь немецких туристов в Италии, все с пивом сидят. Немецкие туристы, мы приходишь заказывать тебе пиво. Тащи пиво, да. Есть, говорит, спагетти, говорит, пиво неси. Спагетти. Пиво неси, какие спагетти. Да, да. Макароны сама ешь, говорит, мне пиво надо. Так оно и есть. Так, в принципе, прикольно, да. То есть есть одно пиво, одно вино, допустим, для мяса, какое-то вино для салатика, там, да, есть определенные сорта, допустим. У меня жена вот училась по этой теме, по ресторанному бизнесу. Ну и как она говорит, там, красное вино там для мяса, там какой-нибудь, да, там говядина, там есть. Белое вино там какой-нибудь для каких-то другой, для легкой пищи какой-нибудь, да, то есть тут надо тоже как бы, ну, ты не можешь везде один сорт вина как бы взять и логично. Заливать как бы, ну тогда скажешь, что-то фигня какая-то получается, и, ну, я сразу не понял, думаю, да как так-то? Он говорит, ну красное вино прям оно помогает как бы еще и для пищеварения, чтобы если у тебя жесткое мясо, там переварить это все дело, да. И, ну, свои особенные моменты, пункты вот этого всего. Ну, прикольно. Так, я пытаюсь чат смотреть, и мне не получается вводить нормально. Да-да. Телефон лежит. В чат, говорю, вот чат посмотришь один раз, и потом вот так вот кавабанга будет у тебя портал в мост открывать. Потом мост уедешь, да. Конечно, пейте пиво пеное, да-да, будет лицо расширенное, все правильно. Пиво, пена, это такая штука, да. Всем сливочного пива. Сливочного? От сливок тоже, кстати, бока у тебя будут. Из Гарри Поттера. Из Гарри Поттера. Я доехал, могу читать. Ура! Че, еще раз эту же гонку, нет? Ну давай, можно. Пока дают? Так тоже еще, да, пока дают надо. Потом можем, в принципе... Когда время свободное, это да, время свободное, это вообще сказка. 79 тысяч не дали за гонку. Да, ну видишь. Книжечку почиткать, каналчик подтянуть, есть моменты, ну и... Соглашайся. Блин, давай отдыхай, ты че? Ты че, Влад? Владус, отдыхай давай, сейчас отъеду, а то мне не будет. Я уже позвал тебя. Давай еще раз. Да ё-моё, блин. Тимур. В процессе готовки приятного. О, приятного. Так кто там? В кого я ударился? Тоже в прислужно. Спасибо, что здоровья стримера. О, за здоровье стримера. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Да, за здоровье всех и стримера, Блада и так далее. Я что-то сегодня позавтракал, и потом, может, знаешь, настроение такого сильно не было. Даже не обедал. И вот если аппетита нет, то есть организм не требует вот этого топлива, да, потом, поскольку вот физических нагрузок таких не было. Блин, и вот я если тяжело. Я тоже то же самое, если дома целый день сижу, то как бы. Сильно не употребляешь еду. Вот. Ага. Но с другой стороны, если ты будешь так делать, ты не поправишься. Потому что ты употребляешь столько пищи, сколько ты калорий сжег. То есть, ну, да, у тебя почти. Конечно, ну, почти один к одному. Из-за этого я свой вес держу стабильно. Из-за этого у тебя сколько подписчиков, столько и видео. Да-да, один к одному, почти. На основном. Почти, да. Ну, дело-то не в этом. Дело в том, что вот настоящие, чтобы были подписчики. Которые приходят, посмотрели, написали коммент. Ну, да, вот есть свои настоящие. Есть свои такие вот определенные. У меня... Я заметил, есть определенные люди, которые смотрят, допустим, мотоконтент, определенные люди, которые смотрят влоги или какие-нибудь там. И есть третья категория, которая смотрит вот наши байкерские. Ну, делится, да, пьянки. Делится. Ну, мне кажется, это правильно. У меня один товарищ так взял и создал второй канал, потому что он мне сказал, ему не нравится, что у него смешана аудитория. Что у него там типа люди с гонок, люди с других игр, люди еще откуда-то. Ну да. А я думаю, ну а почему? Почему бы и нет? Пускай, нет, если у тебя нравятся смешанные вещи, пускай у тебя будет разная аудитория. Да-да. Нет, если у тебя канал игровой, как бы. И гонки, и приключения, и головоломки, допустим. Чего там плохого? Да-да. Просто у меня, видишь, канал, когда в один момент он начал влогерами заниматься, потом он переползло как-то не понять куда, и Ютубу тяжело, куда мне рекомендовать? У меня там, блин, было много чего. Да, ну, если в перемешку со влогами, может и да. Олежик, извини, я
Ненадолго. Я все понимаю, Виктория, конечно же. Я вот в чат посмотрел и в кувет улетел. Все хорошо. Ну ты-то вообще ведешь типа два канала. То есть ты продолжаешь заниматься, чем занимался. А мой товарищ просто взял, ну, типа, забросил первый канал и. Ну, это. Он с другим с нуля. Вот. С нуля всех набрал. Это тоже непросто. Нет, ага. я оставил там, просто было пару раз уже в ту сторону, как бы, вот. Типа, не нравилось, вот кто влоги мои смотрели, типа, вот там ты игры играешь, говорю, но идея была. Идея была, да. Ну, не все это понимают. Есть люди, которые этого не понимают до сих пор еще. Хотя уже людям лет сколько. Нет, короче, это как бы просто я попробовал в один прекрасный момент. Тем более стримерство. Я вообще не думал, что такое буду заниматься, да? А, из-за этого здесь как бы открылся, ну, он был уже такой канал в развитии, и в один прекрасный момент я вот окончательно перешел, то есть уже несколько месяцев, да, видишь, и нормально работаем потихоньку здесь, то есть здесь чувствую, весь контент игры, то есть здесь не будет одна игра, а именно разнобой, да, то есть захотим, ну, включили. Ну, смотри, Наталья та же, она же у нее тоже в перемешку влоги, да, видео, да. Влоги, видео. Ну, это чисто, видишь, кто как. Я вот решил разделить, да, это все. Кто-то оставляет, ну, это сугубо личное мнение, да, я хотел, сам в один прекрасный момент я понял, что это не то, потому что у меня были люди, которые смотрели мой нормальный контент, приходили во время стрима в чат, когда я играл там какие-то жесткие игры, спрашивают, что здесь происходит, что такое, ну и как бы... Что это такое, Олег, да, что ты играешь? Что творишь там? Ты что творишь? Как-то вот так. Ты же видеосъемщик. По идее, да. Ты не видео записывать. Да, ну как бы, видишь, кто-то это так воспринимает, кто-то так, ну, я это и оставил как бы в влоге, чтобы это все шло. А здесь, видишь, именно вот приставка эта вот окончанием live, то есть здесь как раз что намек, что вот здесь и стримы, ага, прямые трансляции, плюс вот сейчас какие-то еще между делом можно будет после стрима, если вот скучно, какие-нибудь там нарезочки раз-раз-раз, как видеоконтент, но канал весь связанный прям с игровой тематикой, да, и все. Мне, наверное, тоже как-то так надо заняться этим, чтобы это мое хобби перенести на другой. Ну, сделай просто себе отдельный для влогов канал, да и все. У меня есть уже. А, ну и все тогда. Я им никак не займусь. Ну, ты его просто пропиши здесь в описании стрима, что у тебя здесь ссылочку вставляй, здесь рекламируй потихоньку. А, может быть, да. Да, и все, я чтобы снова потихоньку намекать, что у тебя есть такой-то канал. Ты приехал уже? Это летчик, блин. Теперь я в том же месте под мост ушел. А-а-а, блин. Ты под мост ушел. Да где ты пролетел тогда под мост? Я тоже не пробовал. Ты пробовал Crash Team Racing, Олег? Нет. Наверное, нет. Я посмотрел по ней материал, заинтересовал. Gran Turismo, Need for Speed, это мое. Crash. Это кто говорит? Что, ты? Что? Gran Turismo, Need for Speed. Ну, это я вот эти игры играл в основном. Вот. Gran Turismo... Without? Играл в Without. Да, когда-то играл. У меня есть, кстати, на PlayStation 3 я купился. Это еще было 59 тысяч, пойдет. Так, ну что, пойду отдыхать, хорошенство. Все, спасибо большое, Виктория, от души. Давай, давай-ка. Приятно. Ну-ка, сейчас посмотрю на карте, есть еще что-нибудь такое мощное здесь. 42 тысячи. И сколько копить мне? Там много почти еще. О, я нашел хорошую. Около прям 200. Слышь, я нашел для нас прям четкую, где можно заработать прям. Давай. Все, я еду. Сейчас. Сколько у тебя сейчас уже на денег там? 2 524. У меня сколько? У меня 2 400. Семь. Еще 2 400. 2 475. Ну чуть-чуть там у нас. А потом будем Феррари монтировать. А потом мы возьмем, у нас будет чисто такая итальянская гонка, слышь? Чисто гонка сделаем какую-нибудь серию Италии, итальянский флаг добавим. Да, можно, и, да. То есть у нас же Porsche есть, почему, допустим, нет? Авентадор есть. О, я сейчас в полицию врезался. Ё-моё. Теперь еще за мной полиция. Заплатил. А у меня машина, вон, до того я сильно ударился, потому что мотор заморгал. Еще не... Что здесь за... Что-то собрать можно? Еще не факт, что я к тебе доеду. Нет. Где заправка? Ого.
Вот, есть заправка. О, кстати, мне тоже надо бы починиться. Пол хп. Починился. У меня вообще мотор был в хлам. То есть маленький Спайра, удар. Маленький удар. Краш, да, и Team Racing. Прикольно. Блин, краш я бы тоже попробовал. Вот. Как вот если когда-то я накоплю на плойку, на четвертую обязательно тоже краш этот бандик возьму. А что, она недорого стоит? Сейчас я смотрел, говорю, ну ты можешь... Взять ее, конечно, по зарплате. Можно, да, на плойке четвертой играть в нее. Как у тебя там по зарплате, я не знаю, но я имею в виду, ее подержанную купить можно, вон, в хорошем состоянии. Ну, сейчас не могу, потому что у нас там то деньги на то, то документы. Ну да, документы стоят деньги. Переезжать будешь опять? Да, скорее всего, в следующем году планируется. Ну, в этом же городе останешься или нет? Не, подальше. Вниз ты-то поедешь? Да, ближе к центру. О, нифига себе. Ага. Приезжай, Бибионы, будешь работать летом, зимой стримить. Да зимой там вряд ли. Там же больше летом, как для туристов. Ну я говорю, летом там будешь работать, а зимой стримить будешь в компьютере здесь. А, ну. Так можно, да? Потому что там. Блин, забрасывать канал на целое лето как-то. Нет. Ну, найти работу такую, чтобы ты работал вот 4-5 дней в неделю, чтобы у тебя было время для того, для всего. Как бы, ну, здесь все равно, чтобы это было главным доходом, это для этого очень жесткий путь. В наше время это вообще, ну, надо как-то чем-то. Краш Спайра первой части послабже, а дальше Mac. Так они и на ПК вроде есть. А, да? Краш есть на ПК? Я видел только краш на ПК в этом, в Uncharted 4. И все. Там на третьей главе играешь чуть-чуть. Все они там смак. С исключением на первой можно играть спокойно. О. Окей, ну тогда посмотрим, не знал. Хотя бы для себя попробовать, да? Крэш есть на ПК, о. Это ты сделал? Нет. А это у меня. У меня? Это твой? Угу. Нормально. Кто там еще прикалывается, не знаю. Кто-то еще сигналит. Я поменял сигнал, да, на этой машине первый раз. Вот здесь хорошо платит, видел? А я не смотрел даже, сколько здесь платит. 70 с лишним тысяч. О, неплохо. А если бонус будет, то есть можно сотню заработать. Ух ты, вообще, да, клёво. Тогда можно 5 раз такую гонку пройти, у тебя тюнинг на Феррари есть. Да? Ты чё дерёшься? Блин, Тимур! Удержать гудок. Ты меня, блин... Удержать. Блин, на грунт попадаешь, машина несёт боком. А, по траве еду. Я не знаю, что у него за тачка, но он уходит прям конкретно. Блин, что происходит? Ой, еще 2 круга. Сигнал прикольный, да? Угу. Да это когда этот черный список прошел на Aston Martin, у меня открылся этот. Я его поставил. А я, мне кажется, последний раз купил. Ты проходил задание черного списка? Mm-mm. Наверное, нет. Наверное, нет. Тогда вот что-то проходили. Ништячки открываются некоторые. Mm-hmm. Интересные. Сейчас на Макларене буду проходить скоро. Как вернусь. Надо посмотреть будет. Это отдельно надо выйти, да? Офлайн или онлайн? Это же офлайн, да, нормально? Нет, это офлайн, типа как. Ну, там типа через как, меню. Когда карьеру проходишь, там на карте есть в порту 2 такие. А, внизу такие треугольники, да, такие нарисованы? Да, 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 они, да. Окей, да, я пробовал, но тогда еще мне не было столько этого скилла, чтобы там проходить. Тут уехал на километр. Адриан. Мэджика, может, еще догоню, может быть. Но не факт.
Может, одного... меня еще и драйвер догонит. Одного бортанул, вот другой тоже уехал. Да куда? Ну, держимся неплохо. То ты по кустам. Да, опять. Ой, по земле надо было шины на оффроуд ставить. Ну, она притормаживает, конечно же. Ты скорость хорошо забирает. С другой стороны, идешь боком, тут нормально. 92. Ну, я когда на М5 ставил, у меня вообще спокойно едет. И по земле, и по дороге с этими шинами. Все, финиш. Четвертая. Ну, я думаю, третья, четвертая сейчас у нас не разница невелика будет. Краш, Team Racing, прикольно. 82 тысячи, блин. В тайминг попадаешь. А я не видел, сколько у меня. И машина все быстрее и быстрее становится. 90 тысяч у меня. Круто. В общем, посмотри видосы про них, Тимур. И Спайр вроде есть. Влад, есть пределы. Что, давай еще раз тебя позову здесь? Давай. И в Team Racing добавили сюжетный режим. В оригинале его вроде не было. О, пацаны, смотри, буксуют. Феррари подъехал. Хардкорный. О. А я чатик читаю. Ну потом третий краш более казуальный, но там Team Racing сложный. Блин, краш бы пройти, прям все три заинтересован. Вот он. Тебе блатанье Адриан. Устарели. Это как на PS1, только с графоном. Адриан, этот он на PlayStation старение. Играет, слышишь? Не знаю, классика же, вот действительно классика. Ой, у Блад, по-моему, с эмуляторами играет, но у него тоже есть геймпад. Значит, PlayStation не знаю. Вот Егор с плойкой 4. Окей. Ну вот он у меня сейчас тут на PlayStation рядом, видишь, стоит Феррари? У него стоит PlayStation сверху, да, логотип. Эти. Да, но у него, видишь, логотип сверху PlayStation нарисован. Да. Адриан, да. Ой, он мощный, блин. Ну у него итальянское все, наклейки там. Все, может, у него, может, последняя Феррари. Скоро у нас-то будет. В нем, мне кажется, мне. В чате у меня не отображается. Ой, блин, в чате. На стриме не отображается чат, что-то я не обратил внимания даже. Хороший вопрос. Их 4, если брать, и Team Racing, прикольная, уникальная гонка. А, прям в Crash Bandicoot и Team Racing или что? Красный Феррари. Не, Феррари я красную не хочу делать. Почему? Какой-то, блин, классика видеть Феррари красную. Ну да. Еще другой цвет какой-нибудь. Ну, есть черные вот эти прикольные новые. Вот черный можно, да. Но я бы все равно одну бы красную сделал. Но у меня вообще никакого здесь нет, мне кажется. Порше я покупал, Ламборгини я покупал, Феррари вообще. О, Ламборгини я много покупал здесь. Ламборгини вообще, у нас вчера я видел в городе проезжал, блин, Авентадор, широкая, о, блин. Просто вот всю да, Авентадор. Всю ширину дороги занимает просто, знаешь, у него там 800 лошадей, он едет, блин, ему тяжело очень ехать 30 км в час, у нас в центре, ну как в центре города 30 км в час знаки. Как он будет на ней ехать 30? Как ты можешь ехать на такой машине 30? Вообще просто нереально. Бедный, он пытается изо всех сил, но ты на ней будешь по-любому всегда нарушать. Накачаешь, да? Ага. Как не выжать педаль газа, да? Как легонечко, наверное, мизинчиком. Ну, какой-нибудь круиз-контроль включил на 30 и потихоньку так на первой скорости, но она орёт, какая она громкая, ё-моё, это просто па. Согласен. Она очень громкая, но с другой стороны там такое моторище, да, вот этот вот, 12 котлов, прям классно, звук офигенный, прям бух. Какой-то чувак купил ее, я не знаю. У нас есть одна Феррари в городе, а вот... Не, Феррари даже не одна, несколько. Вот Авентадор один пока. Хотя для у нас в городе есть несколько М5-ых F90. А, этого не считается. Для Германии этого не считается, но у вас-то... Ну, мне просто, когда в Германии здесь у нас около Феррари, вот это вот другой разговор. Потому что Феррари здесь это прям по бабкам ее держать. И вообще, да, ну, ее сперва купить надо, она очень дорогая. Ну, одного русского есть вот, в городе у нас, Феррари. А-а-а. Прям такая классная. У него корвет сперва был, знаешь, корвет совсем. Корвет вообще. О, сегодня видел корвет, проезжал. Вообще. Или вчера, не вчера, вчера был, вчера видел корвет у нас. Классная штучка, по-своему. Классный.
Блин, да чё? Хулиган. И этот Мастанг, ну Мастангов полно, кстати, вижу. Да, их везде хватает здесь у нас. Уже ничего интересного, скучно. Да, ничего такого. Не, реально. Супру МК 5 видел. А, это тоже скучно. Вот четвертая нормально, четвертая хорошая, пятая нет. Вот четвертую видел только на этом, на ивенте. Так еще в городе не видел ни разу. У нас уже так ездит. Но они сейчас, блин, цена на них только вверх идет, и все, машине уже 30 лет скоро будет. У них сейчас цена последние 10 лет только вверх идет. Офигеть можно. 30, да уже есть. Ну уже. На 92-го года. Первым-то да, тем более. Четвертого я видел. Ну, я видел еще 98-х годов тогда были. 96-х. Ну, имею в виду, представляешь, MK3, вот... MK3, да? Да, но 4. К4. Просто представляешь, сколько времени прошло, а сейчас у него цена такая... Раньше вообще никто же об этом не думал, что такое будет, да. Абсолютно. Просто вот Fast and the Furious прошел фильм, и после этого, после этого фильма... Вообще. Супра и... Да не только, еще... И Skyline... Дит уже могли быть... Skyline 34. После Форсажа, конечно, больше рекламы. Создавал. После Форсажа все. 6-7 тысяч. Сперва Цивик пошел вверх. Давай сейчас... Так, ну, отдельная часть. Попробуй ты пригласи меня, слышишь? И одна прям гонка со способностью, как это. Да, я думаю, нам то же самое дадут. Ладно. Ну, посмотри, сколько сейчас денег там. Ты, если да ты их будешь... тогда 5. Там же новая часть выходила. Типа продолжение после третьей части ремастера. Говорят, что он хардкорный. Это именно вы про краш говорите. Так, попробую вызов всем сделать. А у Хит есть какая-то уникальная фишка? Сколько тебе сейчас там денег предлагали? Ну, блин, слушай, я не посмотрел даже. Блин, я же нашел на карте лучше. Давай сбрось эту гонку. Сброшу, ну давай сбросим. Я нашел, где давай. больше будут платить. Да. Давай, чувак. Давай, бабки хит, надо. Какая в хит есть уникальная фишка? Ну вот что можно онлайн играть, что... В хит фишках... Красиво все оформлено. Ну, уникальность, пока еще серваки не закрыли, ты играешь онлайн, кроме дрифта, все гонки ты можешь делать онлайн вместе. Да. Дрифт нельзя. Вот это, к сожалению, я не понимаю, почему. Делаешь. Непонятно мне до сих пор, почему. Я уже это не раз на стриме говорил, но был бы здесь дрифт еще вместе, знаешь. Вообще бы этой игре бы цены бы не было, блин. А так... Здесь прикольно отваливаются копы, когда ты на трамплинах подлетаешь, их прям разворачивает. Ну да. Это прям какая-то отдельная хитовская. Прикольные какие-то уже тачки, которые такие довольно-таки новые автомобили, которые прям тюнинг, ты занимаешься тюнингом, и ты чувствуешь, когда ты меняешь запчасти определенные, прям она едет, там звук меняется, все, да? Или вот то, что у тебя... Что мне еще здесь нравится, кстати, в этой игре, вот, то, что машина... реально получает урон. То есть ударяешься, у тебя бампер отваливается, стекло отлетает, там капот. Ты едешь на разбитой тачке, как в GTA, да? Потому что если ты будешь в Gran Turismo играть, они так не разбиваются. Привет, я в душе был, душу мыл. Молодец. Миша, привет. Вечер добрый. Мне еще нравится, что здесь это самое, есть оригинальные машины, типа именно японской версии. Да, да. Потому что некоторые японские машины в Америке, они, ну, их как-то модифицировали. Типа есть вот Nissan, вот 240SX, это именно американская версия. В Японии это было 180SX. И вот здесь именно 180SX есть. Вот. Такие, как бы, эти детали. Ну да, какие-то. Ну, это опять же, это только кто вот шарит в тачках, да, тем это будет более интересно. Здесь можно сделать распил. Ты можешь, типа, из 180SX сделать полусильвия, полу 180. Это тоже прикольно. Потому что, ну, типа, это делали в Японии, и типа тут тоже можно. Это офигенная фишка. Миша, если что, мы в Дискорде. Это Sonic Riders Zero Gravity. Так, слышал хороший новый краш, но я про ремастер ремейки говорил. А тогда слышал, он плохо продавался, но жалко его забыл. Отправили в Warzone делать. Разве плохо с каждого утюга было, когда вышел краш? Хочется гонки попробовать, есть в библиотеке Grid. О! Dirt Rally 5, фиг знает, хорошее не. Тоже Grid, прикольно, Grid. Прикольная вещь, пробовал. Я чуть-чуть только. Тестовую версию я пробовал так, с легонца. По-своему, ну, интересно. Я прям пробовал, ну, нормально, даже пробовал ее чуть-чуть стримить. Но потом что-то ушел в NFS. Ну, интересно. Ну, Grid. Это тип, ну, несложные гонки, не так, что прям симулятор. Можно попробовать вот, нормально. Ты асфальт играл? Dirt,
Асфальт играл на телефоне и на компе с 9. Ну, на компе 9 вот пробовал, допустим. Она, там, мне кажется, управление посложнее, чем Need for Speed, да? Такое мне мнение. Ну, не знаю. Ну, что-то свое там есть. Я ее тогда в Стиме находил, но мне, я так и не помню, чтобы я в нее играл. Слушай, знаешь, что я придумал? Ой, блин, вид сменил случайно. Че такое? Так. Я пока джойстик держу, я держу и телефон, короче, двумя указательными пальцами. Прикольно. Я не знаю, если норм идея. Лайк, удачи. Тимыч, привет! Вечер добрый. Здорово. Хотя у тебя уже там полночь, уже у Тимыча уже тоже понедельник, а у нас еще воскресенье, скорее всего. Из солнечного города Баку. Спасибо большое. Только сегодня забегал тебе на канал, заходил, смотрел тебя там. Вчера стрим были, позавчера. И вот он здесь. Он чувствует. Здравствуйте. Здравствуй, здравствуй. Егор, если хочешь, можешь попробовать вот прям дёрт. Вот мне дёрт 4 очень понравился. Сейчас бампер твой. А, у тебя 23.55. Ну, через 5 минут будет понедельник. Потому что я смотрю по времени. Прикольная вещь. У Миши уже понедельник, Миша с пивом. У него в Новосибирске уже давно понедельник. А у тебя еще... У тебя только 3 часа разница. Видишь, у меня сейчас с Москвой 2 часа разница. Значит, с Баку 3. 1 час больше. Ага. Азербайджан. Ну да. У меня есть один одноклассник оттуда. Тимыч, как погода там у вас? О, Медведыч. Привет, в душ был, душу мыл. Да-да, Миша здесь, он тоже мне заходил на секунду. Теперь. Да, да. В какой НФС самые сложные копы? Вот, слышь, а как к вам втроем ревалс сыграть? Слышь, ревалс. Тимыч спрашивает. Да. Ну вон, Тимыч спрашивает, как можно с вами сыграть? Очень просто. Правилось? Да, вот у нас Медведь с пивом. Тимыч, к нему обращайся. Уже ко мне заходил Медведь. Правился. Ну да, но я имею в виду, вот Team Candy Games спрашивал. Ужасная погода, ветер. Да, ветер, так у нас ветер, у нас еще и дождь. С ветром. Не вникал в продажи. Если Rivals захочешь играть, вот Медведь с пивом, канал Tia Games, они вот уже вместе играли. У меня этой игрушки нет. Я, наверное, вряд ли ее буду покупать, но они уже делали кооп. Какой можешь... Rivals? Да. Она 20 евро. Ну, там видишь. У меня скидосов все нет и нет. Я вот ее год назад добавил, а мне скидок так и не было. В итоге я ее взял так. Ну, я пока не это самое. Когда мне? Еще мне игры сейчас будут покупать, это вообще будет жестко. Хочу с крашу гонок качать. Вес, время пока нет. Что, Sleeping Dogs, если врезаться в знаки, тебя прям серьезно затормаживает. О! Но это просто другая философия максимально аккуратного вождения. У нас Need for Speed хит. Реалистично. Сейчас мы играем Тимыч. В хите хит. Все разбивается. Он как Forza. В Forza тоже вроде все разбивается. Да. Чтобы, ну, тебе не затормаживало особо езду, чтобы ты мог спокойно. И так здесь хардкора хватает в плане повреждений и копов. Копы, ну вон у меня вон бампер сейчас отвалится уже. Крышка. Коп. Если слабая тачка, то вообще сложно. Коп у тебя на пятом уровне. Если надо что-то выполнить, то да, тебя ловит как раз-два просто. Ну, у меня пока еще до этого. Когда мне? Я вот в хит раз в неделю у меня получается. Если мне отдельно еще игру покупать, мне на это сейчас времени пока нет. Я рад, что вот раз в неделю, ну, раз... Чередовать еще нет. В две недели хит. Если скидка когда-нибудь будет... Она, кстати, Rivals, она потом вышла, после хита, да? Ты чё, нет, ей 10 лет, 2013 года Rivals вышла. А, ну тогда тем более брать уже смысла нет. У нее серваки не сегодня-завтра закроют, и потом мы вообще, ну, не пока соединимся. Пока еще играть можно, пока еще... Она как бы, она полностью онлайновая, ты заходишь и тебя подключает. Ну там можно выбрать отдельно, но там как бы по дефолту идет онлайн. Здесь у тебя по дефолту как бы основная, ты выбираешь. Да. А там наоборот. Там надо именно в настройки куда-то лезть, чтобы играть офлайн. Да. О, Илья, здорово. Прилег, о, молодец. Зависит от твоего, блин, забор. Ну, это тоже, конечно. Дома снес, но машина скорость. Мне кажется, они прям очень жесткие здесь. Дома снес. Илья подтвердит, он сейчас в чате. Он даже не прошел хит, его достали копы.
Финиш! Ура! В плане преграды гонка Flatout 2 четкая. Пол дома снес, а машина скорость не теряет. Ну да, есть что-то такое в этом. Почему бы и нет? Смотрел стрим по Assetto Corsa Competizione. Мне приходила на нее эта скидка, но я не хочу брать Assetto Corsa. Она, блин, сложная для меня. Там прям, ну не знаю, симулятор вождения сложноватый. Это надо прям руль, педали. А, тогда прям был бы кайфец. Как настоящий гонщик. Так, гонщик. Что, в ночь пойдем, нет? Ну, или в гонках, я так понимаю, интересная трасса, это очень важно. Ну да. Это, само собой, это одна это составляющая. Если трасса скучная, и а мы здесь еще, получается, деньги тут копим чуть-чуть, зарабатываем на тюнинг, на новую тачку. Если, ну, я вот специально по карте бегаю, ищу. Хорошо. Самые жесткие копы — это реальные гонки вместо копов. Это Rivals. И там тоже, да. Так, я сейчас приеду. Я так не нашел. Канайтим и подкупает руль за 30к минимум хотя бы, да, согласен. В Ассете-то чувствую себе руль очень не скоро возьму, блин. Ну бывает, я тоже не хотел себе взять пару ништяков, а не могу сейчас. То деньги на документы, то еще на что-то. Так и да-да, живу. Сперва. Все важно. Это, видишь, это такие вещи, как хобби. Оно, ну, конечно, да, надо, как бы, но подождет. У меня просто вагон игр. Да, да, куда мне сейчас еще покупать еще Rivals отдельно? Скучная трасса какая-то, но надо посмотреть побольше. Это где? Где ты, видишь, скучно? У нас сейчас? Мы еще скупим денежек. Где платят больше, туда и едем. Пока да. Пока принцип такой. У меня, кстати, уже. У меня 2761, я уже могу брать Феррари. Ну и что? И потом и Феррари взял, и ничего нету на кармане. Так не пойдет. Такое я могу и взять и оттюнить. Все, у меня есть баблишко. Зарабатываем, блин. Ну давай, там еще гонку тебе надо. Что тебе будет? Три ляма. Вес они там около 90 кругов нафигачили по одной трассе 4 часа. Ничего себе. Ну это, конечно, жесть. Это жесть. Так, я тебя позвал. Вот. Так. Принимаю. Это же ты позвал? Ну да. Стальной дракон. Надеюсь, да, ты позвал и не посмотрел, кто Стальной звал. Дракон, да. Штальдраха. Штальдраха, окей. Это я был. Ну вот вы ездите просто как будто газ в пол и все. Ну, как будто да, но как будто и нет. Я сейчас полный газ в пол не это самое не давил, потому что я говорю, я держу телефон и держу геймпад. И вот нашел такой способ вас читать. А, так ты телефон там с чатом просто так держишь? Да, типа телефон с чатом, да. Ну, тоже прикольно, слушай. Так, где заправка? Очень, блин, хочу сам туда побрнуть. 4 часа фигня, сейчас бывают 12-часовые, 24-часовые, где надо подменять друг друга в реале, на поспать, поесть и так далее. Вот это жестко. О, это, блин, как реальный лиман. Ну, конечно. Ну, я 24 часа гонку езжу в Гран Туризмо. Больше не хочу. Первым, да, было? Да-да. Это очень жестко. Очень. Ну, там на паузу можно было поставить хотя бы. Да, я на паузу ставил, потому что по-другому у тебя не было шансов. И а что вы сейчас делаете? Что за трассы? Да просто трассы, за которые деньги платят больше. То, что мы потом купим последнюю, зарабатываем последнюю по крутости тачку. У меня вон тачка вся пошоркана, она сейчас взорвется, мотор. А так просто гоняем, разговариваем, особо здесь сюжета нет. Сюжет закончился. Сюжетом мы не занимаемся, да. Сюжет вообще в игре был, если честно, я даже не понял, как он прошел мимо нас, закончился, пролетел. Блин, здесь мало сюжета. Как-то просто обидно вообще. Мало, что его не замечаешь. Даже в карбоне сюжет больше. В этом плане Unbound поживее. Там больше сюжета реально. Ну посмотри, это Unbound, это просто та же самая копия, как и хита. Ну, просто может быть, но там стилистика другая, и там она живее выглядит. Там больше сюжета, там люди ходят по дорогам, там не знаю как-то. А, ну да. Вот по-другому немножко. Типа GTA. Да, здесь получается почти, да, сюжет закончился вообще, мимо нас кого-то пролетел. Кого-то подвезти, что типа ты там по дороге едешь, тебе звонят. Если хочешь, давай, выполни эту миссию. Вот в хите такого нет, в хите этому не хватает прям. Телефон же, это же звонило же в андеграунде, в карбоне же тебе. Также на пейджер приходило сообщение, ты ехал, помнишь?
Да, было дело. Это да, же с, еще с тех времен прикола. То есть это в, для меня в этом плане здесь ничего нового. Как бы они просто повторили свое старое. Да, но здесь типа задание тебе дают, подвези гонщика, там, типа, ему надо от копов скрыться, все такое. Да-да. Вот в хите почему-то это убрали, почему-то что-то здесь не доработали, что-то здесь. Я... Здесь меня сюжет, если честно, вообще расстроил. Я даже не понял, как он закончился. Да, у меня тоже. Он какой-то. Мы здесь чисто вот так прикалываемся, ездим, тачки, тюнингом занимаемся, берем тачки по душе, ездим с пацанами тоже. Миша, вот. Миша пишет, что он 24-часовую 3 раза ездил. Офигеть. Вот неудивительно, что он там. Я не помню, сколько у меня было раз там. 1-2, блин, но это все. Это просто. Я просто помню, один раз поставил на паузу, проснулся через 6-7 часов и дальше сидел, играл. У меня были глаза квадратные. Пока это все прошел. Квадратные. Да. Но я потом после этого зато бы в Gran Turismo был профессионал. Жесткая игра, это очень, очень жесткая. Потому что у тебя в Gran Turismo реально, у тебя был расходник шин. И после 6-7 кругов тебе надо было заезжать пит-стоп, заправлять бензин, менять колеса. Если ты это не менял, тебя заносило, потому что уже автомобиль не держался на дороге. Это прям реально... Да-да, в Gran Turismo, в самое первое такое уже было. Вторая Gran Turismo вообще была... Ты чё, там ты если реально ты едешь... Гонку я ездил на 1000 километров. Это заморочились, молодцы, конечно. Да-да, вполне. Там, во-первых, машины еще были те, того времени старенькие, но... Так же самое, когда ты чувствовал. Единственное, что там по звуку не сильно менялось, но ты чувствовал, когда ты менял колеса, тюнинг, когда ты машину засадил. Ну понятно, первая часть все-таки чуть-чуть не... Все равно уже в то время игрушки, прикинь, сколько лет, ее в 90-е делали. Да там так четко, ну, детализация, я имею в виду в плане вот этой техники, что прям ты чувствовал, когда у тебя покрышки уже стерлись лысые, да, что ее начинает боком вести, она уже не держится хорошо на асфальте, это прям что-то с чем-то, то есть и бензин у тебя также уходил, там столбик бензина, то есть тебе надо было на пит-стоп заехать, соответственно, дозаправиться, ты мог выбирать, заправиться или заправиться с шинами, с поменой шинов, да, то есть там времени чуть больше занимало, если у тебя гонка на 1000 километров или 10-часовая гонка, или 24-часа гонка, это все, соответственно, шло тебе, вот, да? Надо было тебе думать, как настоящие гонщики, и сейчас я один круг... Ну, удивительно, что сделали фильм, потому что да. И на реальных событиях, причем, что вот гонщики, конечно, в Gran Turismo могли стать настоящими гонщиками. Да. Вот чемпионат, конечно, Gran Turismo я бы реально не рискнул, потому что я уже теперь уже много лет не играл. И там они серьезно играли, видишь, не на джойстиках, а именно руль, педали, на руль, коробке, педали, на, да, коробке, конечно, механики, прям как положено, да. Егор вот тут спрашивал выше, а как в гонке можно интересный сюжет сделать? Ну вот в хите вот у них не получилось реально, но в Most Wanted... Карбон, Most Wanted, там есть сюжет. Вот интересные сюжеты, они молодцы. О, нас выгоняют скоро сервака, видал? Да, надо в гонку доезжать и перезапускать. Блин. Ну, выходить в лобби, создавать новый, наверное. Или давай купим уже Феррари. Тогда сейчас выйдем. В эту гонку пройдем, идти в гараж. Для начала надо зайти в гараж, чтобы это все осталось. Да, все максимально казуалов, как бы. Ну, пока что да. Пока что максимально казуал сейчас. И в забор. Вас это корсы, шины лопнуть могут при очень высоком давлении, тормоза отказать. О, вот, и движок убить. Вот, вот это настоящая гонка, потому что там у тебя нормально, тебе надо думать наперед, как настоящий гонщик. Да. По технике, безопасности, по тормозам. Так мы гриндим, да, мы гриндим. Совершенно точно. Так, сейчас я в гараж заеду, вон сверху домик. Сюжета, к сожалению, здесь совместно пройти нельзя. Вроде что такое в 2015 можно было делать, и то напополам. А когда с товарищем записывал, вот, с ютубером тоже, мы делали такое, серию выпускали. Фильм, кстати, топ по Gran Turismo, согласен. 56 тысяч, я только объяснил, что... Две, у меня тоже сейчас 2700, кстати. Ну, если такое реально происходило, то... Так. Да? Круто. Сейчас. А у меня сколько? У меня 2800. В лобби надо выйти, в лобби надо выйти. Модом физика с поведением машин меняется. NFS Hit Unit 3.0. Ага, я знаю, сейчас вообще не вышел. Ты давай выйди, я тебя опять подсоединю. Ну, я ехал, слушай, ну... Чё? Тимур. Я вот сейчас посчитал. А. Выйди, я тебя опять... Выйти в лобби? Да. Ну, давай. Я тебя опять подсоединю. Сейчас. Я просто ехал и
ну как-то сложно читать, когда так. Так, я сперва в гараж, что вдруг не сохранится, я не знаю. Кстати, в лобби столько места, 11 человек. Пытался на пайбак поставить такой мод, не получилось. А я тут один мод поставил, который, короче, это самое, убирает все надписи, это прикольно. Most Wanted или Carbon, чем там интересен сюжет, если вкратце? Ну, в Most Wanted тебе надо забрать свою машину и добраться до вершины. Там сюжетные вставки. Ну, может, там, когда там прям много-много гонок приходит, то там сюжетных вставок нет, но там реально интересно. И в Карбоне еще больше вставок, там прям как будто фильм смотришь. Угу. В Rivals'е вообще по главам. Ты каждую главу проходишь, у тебя практически потом вставки. Так, давай, пробуй меня пригласить. Такс. Сюжет только в Split Second и The Run. О, The Run тоже сюжет классный. Так, да-да. The Run класс сюжет. Сколько супер. Раз проходил. Так, пригласил. Принимаю. А, не получилось, пишет. Да, запарила она. Я тоже в Split Dogs. Я тебя еще раз приглашаю. Выиграл на последних миллисекундах. Вытолкнув машину в сторону. О, хорош. Так, сейчас вроде пошло. Давай. Про стрит, кстати, тоже прикольный. Ну, якобы сюжет. Типа, по идее, гонки проходишь, но какой сюжет там есть. Угу. Ну, я не знаю. Мне как-то вообще вот эта игра. Там уже немножко такое. Ты в нее много играл, у меня на PlayStation у меня она была, и я очень сильно разочаровался. Просто эти физика очень ужасная. Угу. Ну, блин, там графон классный для 2007 года. Физика, ну, да. Немножко, ну не знаю. Она меня разочаровала. Управление там прикольное. Я к тебе зашел. Ну вот когда ты врезаешься и там начинаются всякие перевороты, это редко. Так, ты соединился, да, со мной? Все хорошо? Да, 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 соединился. Я тебе говорю, я вот Carbon, Underground 2. Уже там, успел написать. Most Wanted, там, я не знаю. Ну, я так в... с Underground это прострит сюжет смежный. Да. В Underground первом, кстати, неплохо. Во втором он какой-то там плоский становится. Просто тупо много гонок. Тогда, я так понимаю, в гонках даже сюжетный режим работает. Так же, как и в файтингах, катсцена, а потом просто дерется. Да-да-да. Ну, да, ну да, есть да, такое, да, да. Да. Ну, в каких-то NFS-ах лучший сюжет, в каких-то вот как хит вообще никакой практически. Ну, в хите есть, но его мало, блин, очень мало. Очень. Ну... В этом плане в Unbound прям с тобой разговаривают постоянно, что-то происходит. Угу. Пончики или пиццу? А давай тогда в день берем машину. Ну что, мне... что хочешь машину купить другую? Ну, давай, сейчас я зайду, я зайду сперва сейчас к дилеру, чем? Давай посмотрим. У него прикольно, вот у него и меню на итальянском, у меня на немецком. А у меня сейчас, не, у меня сейчас на русском стоит. Need for Speed на русском? Да, потому что винду перестанавливал, я выбрал итальянский, у меня все равно на русский поставил. Я забываю сменить. Прикол. Хочешь что-то больше просто на попробую гонки, может быть, просто не до конца разбираюсь. Может быть. Но не, но есть люди, которые тащатся по этому, а есть люди, которые играют Call of Duty. Тут как бы два сорта. Да. Ну, есть и кому просто нравится, типа, гонять. Ну вот мне, например, вот. Вот Илье нравится Assetto Corsa. Мне Assetto Corsa не нравится, потому что там, ну. Просто тупо гонки. Все-таки в NFS там, ну, гонки, да, но есть и что-то другое, что завлекает больше. Ну, какие-то цели у нас, вот как вот. Да. Какие-то там автомобили, какие-то там. Здесь видишь, у это тебя цели, много. Здесь что-то... у тебя много заданий, которые ты должен там, допустим, пройти. Mm-hmm. Где-то там ехать с какой-то скоростью. Не только тупо гнать, а именно где-то там. Пейбак с сюжетом, согласен. Honda Acura NSX. Вот так и не прошел. Блин. Вот, у меня есть он в списке, я вот буду его допроходить. Porsche. Без тачка из Ford против Ferrari. Фордец неповоротливый.
прям тоже. Вот она, Феррари. Ну, здесь очень поворотливо у нас вот эта Форвец. Слышь, Феррари стоит 458-я Италия, стоит 208 тысяч всего лишь. Так нет, мы не ее берем. Сейчас тебе. А Феррари 458-я Спайдер стоит 219. Я знаю, что мы не ее. Но эти же, блин, эти же, смотри, какие они бюджетные. Можно же купить ее и все. Нафига нам тут брать? Ламба, ну, ламба, не ламба. Знаю. Миша говорил, что она очень удобная, но и просто. Блин, F40 какая, а? Porsche. McLaren, McLaren. Вот она, за 1 100 000 La Ferrari. La Ferrari. Она тоже крутая, кстати. 1 100 000, вот. Ferrari, La Ferrari 13. Да, 1 100 000, 1 104 500. Так, допустим. Кёнигзек. О, Кёнигзек. Давай, может, его возьмем. Слушай, прикольная штука. Кёнигзек, она уже у тебя стоковая, херачит как это. Астон Мартин за 1 467 000. Видал? Это просто... Ой, мне не нравится. Ну, он визуально страшненький, конечно. Визуально страшный, да. Пагани. А у меня есть такая? Нет, я же что-то покупал уже такое. А вот Феррари FXX 2 177 000. Что, берем Феррари в стоковой, да, пока даемся? Берем ее? Ну давай в стоке попробуем ее, да, конечно. Обязательно. Блин, 2 миллиона денег, это тот пришел. 2 077 500, да. Ах, давай все, один раз живем, да? Все, взял. Взял, взял. Хотите, говорит, его? Да, хотим. Мне байбак больше всех из последних зашел. Вас это корсы все... Поехали. Ого, какой движок. Чат дочитай тоже. Все равны, решают лишь скилл. А в NFS решает тачки. Ну не, тут тоже скилл решает. Слушай. Здесь не только тачки. Смотри. И смотри. Интеллект. Чё? Ну посмотри. Я смотрю. Ну вот стоят два близнеца. Два близнеца, да. Вот такой знак сзади. В случае лишь интеллект ботов, которые хромают особенно в NFS. Короче, тюник, но будем как... Давай, короче, я возьму гонку. У нас сейчас 360, да? Ага. 67. Да, я сейчас вот гонка тут есть, вот. Ладно, я потопал, лягу пораньше, посмотрим, уснули, и всем споки. Давай, Влад. Спокойной ночи, спасибо, что уснусь. Был. Удачи. Так, я поехал, спасибо, на гонку. Сейчас тебя приглашу, да? Я на Лотосе Карбон прошел вообще изично на первой коробке передачи, обогнал всех боссов, включая Дариуса в каньоне. Карбон. Ничего круто. Себе. Карбон. Ну, блин, у него, наверное, управление. Ой, сколько я раньше психовал там вот с этими дрифтами в каньоне. Там же типа вылетал ты когда с трассы. Скилл решает все проблемы. Вот, дело говорит Миша. Дело говорит Медведь. Скилл, да. Вы его просто не видите, он потому что не с нами сегодня играет. Но если он зайдет, то это, конечно, будет... То у нас из нас никто первое место не держит. Пару не, она просто, блин, конфетка просто. Слушай. Феррари? Стоило своих денег, да, мне кажется. Да. Я молчу, но. Классный, ё-мо. Она уже в стоке неплохо, кстати. В стоке, блин, огонь. Представляешь, если ей сейчас еще тюник прописать? У нее, видал, еще активный спойлер сзади. Это тормозная система. Вот, прикольно, да, вижу. Это значит антибрейк этот. Побился, что это актив такое? Актив брейк вот этот вот самый, да. Юнона. 5 юнона? Да. Да потому что я взял сейчас эту гонку, поскольку у нас 360 примерно мощности этот пунктов машина. И здесь тоже примерно 360-320, там, знаешь. Ну чтобы, зачем я сейчас буду брать гонку 400+, нас сразу же уделают, втоптают в асфальт. Ну, да. Сколько у меня осталось денег? 641. Неплохо, слушай. Ну, 41 тысяча. Еще могу купить. Блин, я Феррари это увидел в Италии, в Спайдер. Дрифт в каньоне кайф. Я могу легко уже в каньоне дрифтить. Помню, на руле я дрифтил. Ничего себе. А, да, тоже помню, видел у тебя, как ты дрифтил на руле. Видел. С рулем дрифт это вообще круто. Я в настоящей жизни пробовал, тоже прикольно. Ну вот надо машину подходящую. Вот из-за этого я хотел машину купить, Mazda MX-5, эту Miata. Она как раз, она настоящая, для дрифта сделана прям. В стоке уже можно на ней. RX-7, как же RX-7? И это не то уже. Не то уже? RX-7, там мотор другой, там Wankler стоит же, Wankler этот. Там мотор другой. А на Miata стоит нормальный 4-цилиндровый мотор, ты его не убьешь.
Или Mazda 350, 370. Это Nissan. Те, да. А, Nissan, да. Там они сейчас в цене тоже пошли вверх. Я мог недавно купить еще 350Z за 12 тысяч. Сейчас все. О, неплохо. Сейчас ты уже не купишь у нас за 15, за 16 тысяч в нормальном состоянии, надо сказать. И то жестко. Ну, как бы... Прикольно, у него азот в стоке есть. Да, один этот есть. Один баллончик. Ну, поворачивает, кстати, что-то не очень. Она хорошо, да, держится. Да, управление надо настраивать. Нет, я хочу, чтобы она боком чуть шла. Надо вот, привыкнуть. Как Форд. Ну, идет. Управлению. Идет уже неплохо. Идет ну, неплохо. Ну, ее под тормоза, ее тормозишь чуть-чуть, ее бросаешь тормоз, резко заворачиваешь, она идет. Без тормозной, да, системы она не хочет. Она прям держится хорошо на своей траектории, да? Ага. И подпрыгивает тоже норм. Правда, азот долго заполняется. Целый круг еду. Так баллон-то чё? А, ну точно, не... один баллон, да. Он даже не пользовался еще. Ну вот тебе понятно, тебе куда. Надо будет на ходовую часть, на азот. Это ты, что ли? Да, я. Хулиган. Кто еще на такой же машине? Ну да. У кого еще два ляма было, да? Было. Было, да. Да не было у меня два ляма, я не такой богатый, ты еще два ляма. Все, теперь уже нету. Два ляма рублей было запросто. За два месяца заработал 2000 евро, да? Mm-hmm. Два ляма. Ну, в наше время... Нет, 2000 это 200 тысяч. Не ляма. А, 2200 тысяч, точно. Да-да. Ну, тогда за... За год. За год, да. Не, машина стоила 4. Не, 5 даже стоила она. До этого машина стоила 3 с лишним. Блин, да ладно! Что, первый на финиш придешь? Третий, нет, второй. Видимо. Ты второй, я третий. Ну, рядом там. Ну, теперь ты круг проехался, знаешь, где минус этой я тачки. Я в Андере 2 вообще босс. Ну да, вообще босс резвый. О, Белюська, здорово, здорово. Вот тебе видеть. Опять гоняет, конечно, гоняет. Воскресенье, дело святое, тут с ребятами погонять. Как здоровье ваше? Ну что, заходить так, будем, тогда я чуть-чуть босс... тюнинг чуть прописать пойдем. Давай. Изичный, ой, блин, там босс, конечно, вообще, под финал. Solacura RSX на первом стейдже. И то ехал не на полном газу, оторвался на 30 секунд. О, нормально, еще и задом ехал до финиша, ну ты хорош. Да. А NFS Shift как? Я по мне, она прям популярна была. Блин, Shift, он сложный. Shift прям вот уже что-то из раздела симуляторов, особенно вторая часть. Да, вторая прям а так, была. Да, именно машинами не увлекаюсь, но сам геймплей заинтересовал гоночный, насколько он может быть увлекательным. Спасибо Sleeping Dogs. Согласен, согласен. Болею еще, выздоравливай. То, блин, в такие, конечно, дни что-то как-то немножко помёрзнешь и все. Угу. Давай тюнинг чуть-чуть пропишем. Посмотрим. Ну давай. Мотор менять или нет, интересно? А, тут не поменяешь мотор. Не... А, прикол. Даже так. Ой, это еще и лучше даже. Быстро переходит сюда. Вот, смотри, у меня все ну запчасти. Да, лучше, конечно. У меня запчасти все, чтобы сделать тюнинг на этой тачке, еще закрыты. Во второй части шифта качал, и при запуске первой гонки обе вылетели. А так прошел. Ё-моё. Понятно. Я где-то наполовину её прошёл. Когда шёл до сильных тачек, я всё сказал. Нет, тут с управлением я... Мои полномочия всё. Меня заносит слишком сильно. Не могу. Но шифты они такие. Там сложно прям. И подожди, можно? А, не, нельзя. А. Типа нажимаешь, типа можно сменить, а это тот же движок. Что? Ну я всё, двойную турбину и... взял и нитро поменял. Мне все на абсолют плюс, прикинь, первые 4 стоят уже в стоке, нормально. Нет, а у меня... А не запчасти, тебе нет, мне надо в ночь идти.
Ого, ты одну турбину ставишь на 60, у тебя все 400+. Мое две поставки сразу. Офигеть. Короче, ну-ка, это здесь сцепление, тормоза те же, резина. Двойной турбокомпрессор ставишь, все. Нормально. Блин. 5 баков. Сончик, помню, горел на шифтах. И этот Булкин горел на шифтах. Кто ж там не горел, да? Че, фул. Да ладно, она и так фул сама. Булкин что-то знакомое. Булкин, Булкин из Питера, гонщик. Ютубер. Да, что-то знакомое. Настолько подписоты. Подвеску для ралли, что ли, сделать? Так, давай, давай, короче. Но у меня, видишь, у меня первых пару записей нету. Я тоже вроде пробовал шифт, но давно это было, помню, из гонок лучше. Всего NFS Undercover на PSP, вот он мне прям кайфовал. Блин, а мне Undercover на... Ну, блин, можно, конечно, погонять. Пройти там пару раз, если скучно, но там прям, ну, когда машину поворачивать, не очень удобная камера. Из-за этого я прошел ее с видом от капота. Да? Угу. Ничего себе. Давай я сейчас тебе позову на гонку, в кольцевую. Пины для... Да подожди, в гараже сейчас. Ну, выходи. Что там так вот долго? Так долго в гараже. Мне трансмиссия сток, мне это не нравится. Мне, блин... Дифференциал. Дифференциал я тоже поменял. Для ралли. Но проблема в другом. Я не могу первые две запчасти на моторы поменять. И вот это как раз бы дало бы нам мощности. Комплект. Да выходи давай, у меня пол ляма осталось. Так я вот сейчас 120 тысяч, 150 тысяч на тюнинг мне ушло. 600. Так я же уже купил он, я двойную турбину поставил. Поменял амортизаторы. И сейчас двойную турбину, да. Прям, вот это она сейчас набирает. Модификации можно, и кузов можно поменять, прикинь. Звуковая система. А я хотел спойлер, у меня звуковая система. Спойлер, видимо, нельзя. Ну и ладно. Ну и хорошо даже. Подожди, поставлю этот самый. Даже сейчас нельзя гудок. Нужно подойти, какой диск нам лежит. А, можно, можно. Он туда зашел. Карбончик лежит. Супер. Супер-пупер. Молодец. Нет, подвеска не хочу. Неончик давай какой-нибудь. Тем более, выходя из гаража. Сейчас, все, выхожу, да. Время, смотри, сколько уже. В ночь давай прокатимся. Давай сейчас одну кольцевую сделаем, надо копейку заработать. Потом пойдем в ночь. Одну гонку кольцевую, она быстро пролетит с такими тачками. А днем, подожди, днем я в ночь вышел. День. Ну, сейчас выйдем. Flat Out 2 четко. Я тоже вроде пробовал Shift, а, ну это уже читал. Давно в Undercover не играл. О, я проходил его 4 года назад. Нет, 3 года назад, когда ПК сделал. Даже заехать в гараж обратно, сейчас выберу день. ПСП украли, ё-моё. Егор, это, конечно, плохо. Вышел. Так, подожди. Вышел. Ну, он, как тачка, не против шерсти, гонка у них. Фу-ву! Всё? Ага. И зову тебя. Спасибо. Даже ща PSP лежит. На зарядник нужно угадать, какой диск в нем. Карбончик. О, прикол. Все, принял? Found the City. Я только выехал из гаража. Блин. Кидай заново. О, ничего себе двигало какое стало. Вот это да. Полу Most Wanted тоже давно не пошло. Это старый Most Wanted. В общем, тяжелая у меня история с гонками. Блин, а что он начал? Бывает, все бывает первый раз. Блин, у меня украли... Ага, это ты читал уже. Мне сейчас кажется, гонка началась без тебя. Да давно уже было, причем близкие люди, так скажем. Тебе гонка? Ну ладно, проезжай без меня. Накапливаю, тебе же меньше денег. Чуть, да. У тебя началось? Блин, обидно, когда так. А вот у меня у соседа, он был еще на 3 года младше меня, у него была PSP, я помню, блин, все хотели PSP. Я продал. Когда там был мой 2007. На дисковод там сломался. О, какой на бэхе стоит. Дисковод сломал? Да. Диски не читал, потом все. А, ну да, это все, конечно. Только на карты памяти, что было, она работала, и то. Я потом ее рано или поздно собрал, все. Шумы сообщения не показываются. Поплакал.
показывают твои сообщения, что нет. Как ты про PSP писал, я читал, да вроде все. Или нет. Ты имеешь в виду в этом, на трансляции? На трансляции, может, у меня отключилось что-то, или я отрубил, подожди, ну-ка проверю. Так, пока драйвер там ездит. Да, сейчас еще, уже 50% может, пролетело. Может, я что-то выключил, да нет, стоит у меня. Стоит чатик. Может, надо ссылку... А, может, мне, подожди, знаешь, что не ссылку сменить, а в этот... Все, в браузер войти и открыть донейшн. Вот. Я же ссылки не обновил. Вот теперь должно быть. Забываю иногда про эти вещи. Ну вот про зарядник и карбончик последний коммент. Ну так это я вроде читал. Я говорю, на самой трансляции не всплывают эти, типа, эти чат. Наверное, ну, если включишь ты или нет, как он, я забыл, как называется этот чат. Ну, этот из донейшена, я просто не подключил там ссылки, у меня были неактивны. Сейчас должно показываться. Может быть. Или может что-то еще надо сделать. Просто обычно сейчас сидишь, настраиваешь стрим, название включаешь, ставишь превью, все, погнал. Уже ничего особо не проверяешь, потому что помнишь. Ну что, ты готов? А, кстати, я это самое, звук от микрофона до громче не делал. Подожди. Давай перейдем в ночь. В ночь уже хочешь? Да, нужно. Можно и в ночь, можно, нужно. Все, на карту нажимаешь, нажимаешь. Я вспомнил, что себя... А, нет, я громкость 94, как-то он сам. Ну ладно, окей, ладно, хорошо. А, подожди. Подробнее. Что не хочет? Еще раз. Бросил, что ли? Так. На карту сейчас. Undercover — это прям ностальджи, хорошее время было. Видишь, куда ты играешь. Такие кайфы. Ну видишь, вот каждому свое. У одного один NFS любимый, у другого другой NFS любимый. Да-да. На вкус и цвет все фломастеры разные, пацаны. Я на L нажал, L3, перешел в ночь. Я ночью. О. Во, все, теперь видно чат. Я увидел. Есть. Есть контакт. Но я вообще из многих NFS, у меня как бы в каждой NFS, в которой я играл, уже в каждом есть ностальжи свое. Уже все знаю, все откатал вот к 30 почти годам. Много есть воспоминаний. Раньше играли Need for Speed Porsche. Вообще крутая штука была. Потом... Ну, Porsche, кстати, не прошел. Porsche Unleashed. Hot Pursuit. Какая-то гонка там была сложная, мне было не пройти, я забил. Hot Pursuit 2 вообще тема была. У меня на PlayStation 3. Года. На PlayStation 3 сейчас есть. Но пока я еще не это. Во, это прикольно было, прям покружило хорошо. Да, здесь когда в ночь переходишь, да, тоже такая тема классная. Ща будет клево, я нашел классную гонку. Ага. Держись. Тут, кстати, можно движок убить, сейчас ты берешь, так, хоба. Только подсветка остается. То включаешь. Движок можно выключить, да. Ага. Когда от ментов прячешься, хорошо. Особенно выключ... от копов прикольно, да. Они не слышат тебя и не замечают. Выключаешь движок в кустах, где не стоишь. Ау! Там. Чего? Вот это я ударился. Да. Значит, не показывается. Чего? Тебе не показывается тут ночью? Получается. Напиши еще что-нибудь. Наверное, Илья слишком много сообщений пишет. Там кто-то сообщение стер. Егор, наверное. Отобразились, если писал Ревелдер. Не, Ревелдер, по-моему, Илья. Ух, какой... Какой смачный движок прям. Ой, как она едет, йоу. Это красота. Ну-ка, я даже выключу. О, вот это красотища. Угу.
Без этих надписей еще. И это здесь ночью, да? Я тебя зову. Ночью, да. Зови. Все, позвал. Принял, не глядя. Да? Вот хорошо. Включаю. 4 секунды. Блин, я не успею до заправки доехать. Ладно, потом доеду. Оба всех. А так я не мог, я нажал там только 3. Мои не показываются половину. Ага, бывает, может запрещу. Нет. Нет. Слишком много про сету пишу, вот не показывается. Да, может там у тебя какие-нибудь там боты там рулят. Попробуй перезайти на стрим, да, вот именно. Попробуй перезайди. Наша тачка покоремная. Раз забор. Вот, теперь у нас, смотри, Феррари, сколько здесь у нас в гонке. О, нормально. Я, кстати, цвет хотел поменять, забыл, ну ладно. Мне наоборот сейчас. Вот сейчас нравится мне такой окрас. Прикольный. Нет, хороший. Мне тут. Мне надо просто сделать. Я хочу ее оставить классической, чтобы просто она была супер мощная. И все. Но как таковой. Согласен. Пускай будет соки. Чисто оптику менять, может быть, наклейки канала добавлю и то. Подумаю еще. Да, а это была бы неплохая опция, а так я имею в виду, я бы не хотел ни окраску менять, ничего. То есть они уже. Body kit сейчас выглядит просто супер. Уже столько. Body kit, да, классный. Куда тебе тут? Что тебе тут менять тут надо, да? Тут, блин, он чекпоинт его не просыпает. Ну-ка я чуть-чуть там встал, да? Боту. Ну я, блин, чекпоинт пропустил, ударился в здание, минус дерево. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, страшно. Я кого-то догнал, не знаю, Макларен, это не Макларен. Сейчас просто здесь, смотри. Да-да. Но сейчас здесь хорошо. Очень много пунктов, рэп пунктов здесь мы выиграем. Плюс, если она бонусом умножается, это втрое, в четверо, если мы придем на финиш с хорошими местами. И, соответственно, тебе же сумма нужна большая для запчастей. Потом сам. Я будто скинул. Потом сам важен этот самый уровень, да, тут третий, пятый, потом, ой, я в воду ушел. Потом надо вот будет. Это да, сейчас можно до пятого уровня полиции дойти и какую-то деталь дадут. Да, да. Да мне еще и третий надо будет. Даже если третья гонка будет сейчас, да, берем. Да, потому что все равно что-нибудь мы и получим. То есть у нас, да. Ты посмотри, ой, у тебя в Steam столько пунктов есть, чтобы ты прошел там на какой скорости, столько полиции, сколько убил. А, ну ачивки еще все дела. Конечно, да. Там еще знаешь, сколько всего можно сделать. То есть... Я, кстати, 100 часов наиграл. Мне интересно, ачивка какая-нибудь будет? А у меня уже нет, давно 100 есть. Уже перевалило. Да. Давно я уже. Видел. Просто там посмотри, там по скорости, какие-то определенные челленджи, типа, да. О, полиция за нами. Ага. Все, теперь мы стали интересны для копов. Фараоны. Ну все, я говорю, в принципе, что надо вот сейчас вот пробовать что-нибудь Rivals, Unbound, чтобы как бы сменять, а то все хит да хит. Ну вы же с Мишей гоняете уже. У тебя еще и Лара Крофт. Лара Крофт у тебя еще между делом. Лара это другой, ее вроде вместе не пройдешь. Надо. Лара, это так, на стрим, на Let's Play. Да, на вместе вон, Among Us. Вперед из песни. Ну, Among Us, ну я не знаю, там мало карт. В смысле мало? Но мы одну знаем уже настоящую, первую, самую главную, наизусть. А вот это большая. А большая карта, она жесткая, еще и даже я еще не знаю. Я пару раз там ходил. Она может затянуться, но как-то я один раз попал в серваку на компашку, там такая хрень была, они прям каждые 5 секунд тебя выбрасывали на репорт этот, да. Неинтересно прям, да. То есть никого никто не убил, и они все обсуждения, да. Как бы, ну, с такими интересно. С такими ты карту-то не выучишь, да? Про задание вообще уже молчу. Ой, ё, мы проехали чекпоинт. Да, я за тобой поехал. Серьезно? Я уже третий раз здесь проезжаю. Блин, да. Я за тобой еду такой, ля-ля, тополя. Молодец. Красавчик. Это такой поворот. Все, а мы же шли на первом месте, на втором. Ну, я вспомнил это место. Я еще за тобой поехал, блин. Теперь я на последнем месте оказался. Сейчас заговоришься и уедешь. Еще хуже, когда с друзьями гуляешь.
Вот когда не туда уходишь. Блин, сейчас вот еще грузовик перед чекпоинтом меня ударил. Все. Ладно, я может еще каким-то третьим приеду здесь. Не. Ну я уже нет. Это уже точно. Я за тобой ехал. Это вечная тема. А, он едет, значит, правильно едет. А, я второго не догнал. Ну ладно. Четвертый даже. А, даже так, ну ладно. А, хорошо прокатился. Ладно, я спать. Спасибо, Илья, что заходил. Спокиноки. Да, всем спокойной ночи. Что, стой. GTA 5 онлайн выживаем. О, GTA 5 надо, согласен. Подвисаем. GTA 5 можно будет, но как-нибудь скидка будет, возьмем. У меня вроде нормально сейчас. Уже там про шестую GTA начали разговаривать. Ой, да шестая не скоро. Да? Можно пятую еще. Она Соньку должна выйти в 2025. По-любому. В 25-м? Наверное, на ПК. Да, в 25-м. Че, мы уже прошли, что ли? Гонку. Ну, я проехал, я не знаю, как ты. А, да, я вот в туннеле. Да я что-то еду. Все, уже финиш пролетел, проедешь. Еду. Еду. Уровень погони 3 можем проходить, у меня уже третий. Доеду. Прямо здесь. Так. Я трамплин нашел. Мне нравился вообще покадрово ехал. Это когда ты ко мне в онлайн зашел. А не знаю, что покадрово ехал. Все нормально видел. Сам был интересно, пойду я в Sleeping Dogs. Хорошо, давай. Хорошие игры. Спасибо, что так много времени с нами посидел. Было интересно. Sleeping Dogs прикольно тоже, ну, игрушка. Блин, вот я до нее никак не дойду. Тоже надо будет попробовать. Да, мне нам все мои игры жизни не хватит. У меня времени нет. Игр много на плойку особенно. Когда... Ну да, у меня тоже много в планах. А вот сейчас YouTube'ом занялся и тоже как-то... Вот... Смонтировать надо, пройти, запустить, и тоже как-то времени не остается. Угу. Ну да, монтаж. Угу. Ну будет у меня, значит, в этом в списке прохождений тоже обязательно Sleeping Dogs сейчас запишу, чтобы не забыть. Тоже обязательно. Егор, ты уже пошел? Я тебя спросить бы хотел по нему, как его лучше, на стрим или на этот, на летсплей? Да, пройдешь на этот, просто нарезку сделаешь со стрима и все, что ты летсплей будешь записывать? Ну да. Блин! Просто если он долгий, то реально лучше, как этот самый. Ой. А, отпускай телефон, тут прям неудобно все-таки держать геймпад и телефон. Все, не мог. Нет, знак просто... никак. Если там прям долго что-то куда-то надо идти обрезать, то это, конечно, стрим. А если там как-то, ну, по миссиям, то это можно на Let's Play. Угу. Просто я так понял, что такие игры, как вот Horizon, их надо на стрим. А такие игры, как и как Unbound, их тоже на стрим. Угу. А игры по типу Need for Speed, Most Wanted, Carbon, их можно на Let's Play. Особенно, когда знаешь, что и как там проходить. Полиция мне опять, надо от полиции уйти. А у меня тоже. Блин! Ой, тут знаю, место хорошее от копов сбежать, где-то здесь было. Было. Была, говорю. Угу. Блин, я врезался в дом, меня повязали. Я забыл. Знаю место и забыл. Здесь, наверное. Меня повязали. Здесь они теряют прям. У меня столько пунктов было. Ё-моё. Выходит, тут не увидят. Постою. Миша, ещё не спишь, блин? Ё-моё, Миш. Да Миша что-то... Два дает. Бессонница, наверное. Ночью спать не может. Так, ты ушел от полиции? Блин, вот это они меня поймали. Вот я еще раз тоже гонку начну. Там неплохо. Уйдешь, я тебя сейчас приглашу, да? Или у тебя уже третий уровень есть, тогда меня пригласи. У меня есть третий уровень, да. Есть? Полно.
Да, есть. Посмотри, есть третьего уровня гонка? Есть, есть, я рядом с ней, но у меня копов полно. Блин, пожалуйста. Они отъедут, я доеду. Держись. Пройти надо, запчасть. Так зажигается прям. Все, тогда я пока... Все, у меня мотор заглушил, экономлю бензин. Жду. Экономь, экономь. Я собираю наклейки. 4 из 5. Cloud Bank какой-то. Ой, а, я сбил. Что-то у меня еще в чате успеваешь писать, что-то вижу. Ну, я машину сейчас заглушил, жду тебя. Так, я доехал вроде как. Так, я приглашу всех, давай, рискну. Вызов всем. А, нас только двое, ну ладно. Ладно, пускай. Копов нет, я могу постоять спокойно, подождать. Ну, Need for Speed Underground, у меня вышло вот это самое, 8 человек, чувака смотрят, фокус. Need for Speed Underground Rivals, стрим. Кто-то играет, в Ютубе мне пришло. О, прикольно, в Rivals. Ну вот, Rivals можно под запись, спокойно. Тем более, что я прошел, я знаю, что там как. Need for Speed Most Wanted, заключительная серия. Что за чувак? Сколько серий? Хрен знает. Тоже хорошего качества слушает. Может, это ремейк какой-нибудь? Может быть. Какой-нибудь мод. Че, ушел? Мод по лице. А че у меня сбросилась гонка, алло? Деньги возвращены. Ты не принял, что ли? Олег? Нет, у меня ничего не было. Чем бы я принимался? Не было? Нет. Ага. Значит, нельзя нескольких. Ну-ка. Значит, только тебе давай. Одиночный. А, один. Блин, что я сделал? Ё-моё. В одного? Да. Да, нет. Если от меня не будет больше. Блин. Я просто нажал, думал, блин, ну. А. Выпустите меня. Придется снова искать. Блин, обидно. Ну именно третий уровень, где? Ага. Так, а еще? Больше не дадут такую же. Ну, какая-то... А, это пятый уже. Блин, ну ладно, ты попытайся тогда. Или чё? Сейчас, нет, я приглашу на гонку рядом. Блин, с поворотами. Ладно, давай, дрифт комета. А, нет, это дрифт. Дрифт нельзя вдвоем. Дрифт нельзя вдвоем, да. Я смотрю, за нее денег дают. О, клево. А, нет. Это третьего уровня. Третьего уровня гонка, чё? Да все, нет. Сейчас я выберу, так у тебя тоже третий будет. И ты возьмешь ее. У тебя какой? На ноль сейчас. Меня же поймали менты. А, тебя поймали? Да. Блин, ну тогда пятого с тобой проедем. Сразу пятеру. Плюс, у тебя есть уже пятеру? Меня выкинуло, я слишком далеко прыгнул. Просрал третью гонку, да. Ну чё, пятая есть. Блин, уже 2 часа стрим идет. Да все, пора. Сейчас 2 гонки, и пора заканчивать. Обалдеть. Ты не успеешь смонтировать ничего. Вызов в группе, вот. Что, монтировать будешь? Давай. А? Что, монтировать будешь? Ну да, я бы помонтировал чутка. Не знаю, может, одну серию хотя бы.
посмотрим. А, вот здесь, ладно, пофиг. Типа, почему-то я там приглашение всем-то кинул, а что-то оно не это. А все уже поспал. Времени уже много, сейчас уже мало кто заходит. Угу. Ну да. У нас так было, мы тогда с Мишей играли тоже, и получилось, что мы вдвоем гонку ездили. Хотя он приглашал 8 сразу. Сервер пусто. А, ну да. Есть такое. Остальные могут быть боты, да? Угу. Когда видно сразу, когда боты, тогда ты на финиш приходишь и быстро гонка заканчивается, значит это были боты. Хм. Если настоящие люди ездят, тогда они ждут пока закончится, они доедут до финиша, да? В реале. А, ну да. Ах ты! Давай. Нет, здесь я с помощью тормозного этого. Да я первый шел, тут в поворот не вписался, и на тебе. Серьезные соперники, с такими интересно ездить. Надо уже после этой гонки, наверное, завяжем на сегодня. Да. Завтра ты вообще не работаешь или как? Ну давай. С чем можно? Слушай, не знаю, никто ничего не говорит. По идее, работаю уже завтра даже. Наверное, в 9 начнем, пока доедем, пока там в гостиницу. 9 утра или что? Да. Вот опять с этими, с концертами, да? Да, с концертами. Ну, правда, там, ну, могут быть не только концерты, какая-то встреча, может быть, что-то там. Mm-hmm. Как мы для Porsche собирали вот здание прям за 4 дня. Mm-hmm. Также то же самое может быть. Прикольно. Угу. Тоже свои тут есть. Такой эвент. Ну да. Ну, он такой спрашивает, ты хочешь, типа, я тебя на неделю пошлю на работу, там, ну, будьте в гостинице, такой, ну ладно, давай, чё. Тебе еще будет каждый день доплачивать деньги? Вся неделя работа. Не, на покушать, на попить, доплачивать будут деньги, то, что ты будешь не дома работать, а уезжать, кроме гостиницы. Именно будут платить тебе, или в гостинице уже сразу кушать там тоже? Не, гостиница уже оплачена, уже... Типа, приехал, там поспал, ну, бесплатная еда, разумеется. Ну да, я имею в виду, сразу тогда уже с едой все, да? То есть тебе не надо ничего, да, это? Да. Не надо ничего, никакие деньги тратить не надо. Ну вот хорошо, так можно зарабатывать. Да. Ну, особо не разгуляешься, конечно, потому что, ну... Ну а что ты пришел, потом помылся и отдыхай, спать, ну, да, так лучше, наоборот, именно. Отдохнул от всего этого, да? Что-то один там, ну, коллеги там, комнату надо с коллегами делить, да, будет? Не один будешь? Да, скорее всего. Ну, в прошлый раз мы были там 3 человека в одной комнате, 3 человека в другой. Mm-hmm. О, кровати отдельные. С итальянцами или не? Тоже так? Ну, там было 3 словенца, один парень, ну, отсюда, с Италии. Mm-hmm. Я и один еще откуда-то с Африки, по-моему. Mm-hmm. Вот. Смешанный коллектив. Ну да. Так, ух ты, это удар был, а. Ай-яй-яй-яй. Блин, до финиша осталось чуть-чуть. Эти. Ну ладно тогда. Блин, обогнал меня, а, перед финишем почти. Файлы искал я нашел. Какие? Ага, файлы искал. Не спал. Чувак, я тебе на тебе на финише вот допнул, на тебя. Так, третий уровень теперь у меня, у тебя был пятый, да? А, у меня еще не пятый, у меня почти четвертый. Подожди, тогда у меня ивент открылся, пишет. А, ну если хочешь, давай пройдем гонку третьего. Но у меня там уже полиция рядом крутится, это опасно. Ё-моё, я пока на него доеду, на него. Все, я поехал. Не дай себя поймать. Вот, спасибо. Ты смотри на карту, вон, куда мне ехать лучше. Кстати, можно. Миша тогда мне так помогал, хорошо, блин. Как навигатор. Если рядом где-то полиция, он говорит, поворачивай туда-сюда. Да, правда. Не знаю, на какую гонку ты там едешь, где она у тебя.
Сверху. А сверху, наверное, рядом с пятым. Так, впереди коп едет. Прям по этой же улице? Ага. Да, налево куда-нибудь. А куда? Не могу, тут бетон на это. А, окей, ну ладно, они разъехались. Ну, они разъехались, и я туда же. Тут вода. Прячься. Ой, где надо. Сейчас я спрячусь, подожди. Фу. Я видел, на перекрестке стояли прям. Ага. Да, они прям сначала ехали, потом развернулись и обратно поехали. Эти боты, да? Давай эту хотя бы сейчас пройдем. Надо здесь успею доехать. И нормально будет. Говоришь, сейчас ну, пока нормально? Не, наверное. О, впереди коп, прячься. Вижу. Налево. Это хорошо, что сказал. Я-то за отелем поехал параллельно. Круто. Все, есть спокойно. Там. А, есть спокойно. В сарай еще врезан. Едет, но... Далеко? Еще не едет. Не едет никто. Не едет, все нормально. Да блин. Пытался на гонку, посмотрите, тут сука. Красный треугольник едет. Они еще появляются здесь вот. Бывает такое, да, что резко появится где-нибудь там в поле. А-а. Ничего себе, быстро ты гонишь. Ну, Феррари же. Один раз ударился, он у меня. Ай-яй-яй, надо ремонтироваться. А он там ремонт. Заправка справа есть прямо по курсу? Справа сейчас, справа. А, мне туда и надо. Отлично. Тоже надо файл послать еще. Все, отремонтировался. Так, у меня еще два ремонта осталось. Блин, я был в самом низу, представляешь, на юге на карте. Теперь мне на север ехать. Но ничего, уже вроде бы ближе стал бы он. Едь по правой стороне, а то там копы. Где? А он там слева по параллельному. А, знаешь, ну вижу. Впереди есть кто-то у заправки. Там блин. Съезжай куда-нибудь в сторону. Блин, заметили. Не, успел еще. А, успел? Ты вижу, он там замигал. Да, он замигал. Но он еще... Едет, он за тобой. Едет, но я успел. А, успел? О. Я успел. Ха-ха-ха. О. Четко. 3:56, я спать пока. О, давай. Спокойной ночи. Миша, да, блин, тебе на работу рано, давай. Я тоже, когда рано на работу, да. Так, съезжай куда-нибудь, коп едет там. Да куда уже съедешь тут уже? Вон опять запиликал. Оп, вернуть. Уже погони 5 мне написано. Ты куда ешь, тебе там 3? Я успел, прикинь, от него увильнуться. Как мне повезло. Вот он. Да, подожди, сейчас третья гонка, вот она уже. Это у меня 5-го написано как. Ты бери ее и уезжай быстро оттуда. Я принял. Ты всех вызвал, что ли? Ну, уезжай теперь. Ты принял? Принял. Ну все. Просто все, когда больше бонуса будет. Да. Блин, у меня там рядом два копа есть, а это Саю. Мотор заглушить. Я мотор заглушил, все. Вот это. Я 4 раза чуть не поймался. Миша, пока. Спасибо большое. Очень благодарен тебе, рад, что был здесь. Спасибо большое. Вижу. Все, у меня кажется, больше никто не сидит. Когда показано, что один, это обычно значит никого. У меня ноль стоит уже давно. Миша вот написал, стоит. Что между делом. Да, у меня уже целый час, наверное, ноль. У тебя по. Два человека у тебя стоит, что есть, то есть. А это не у тебя. Ого. Ну чё? У меня прям до 6 дошло. 7 секунд. Да. Сегодня у тебя нормально было прям. Сейчас тебе стоит. Сначала к тебе зашли, потом ко мне. Сейчас один. Угу. Ну один я не понимаю, кто-то может по нему смотрит. Потому что один прям часто. Только один. Mm-hmm. Ноль практически не вижу никогда. Вэм. Ой,
блин, соперники мощные здесь, слушай. О, да, мощные. На тебя. Ой, грузовик чуть не врезался. Я бота стукнул. А я врезался. Ай. Я еще еду. А ты первый, нормально идешь. Главное чекпоинт не пропустить. Чекпоинт, блин, говорю, главное не пропустить, я его пропустил, прикинь. Я первым шел, пока не пропустил чекпоинт. Ну да. Ёпарный театр. Ладно. Бывает. Все, полиция за вами едет, и я туда же. Если у меня будет пятый уровень, прокатимся пятый тоже. Ну, у тебя, наверное, будет, скорее всего, раньше, чем у меня. Пригласишь, что? Да. Ага. Как бы надо идти, но если будет пятый уровень, что? Ну, все, финиш. Так плюс, быстро. Плюс-минус 5 минут, да, тут короткая гонка. Ну, у нас еще и машина, во-первых, быстрая, да? Получили запчасть, да. Не, у меня, блин, у меня четвертый, почти пятый. Ой, вода. Я успел. Ну, я еще шестым приехал. О. Все, теперь от копов уходи. Так я ушел, но у меня нет пятого. Но у меня третий. Мне надо что-то его как-то добрать. Как? Подъедь полиции, а потом свали от них, хотя бы пятый. Разбил машину копа. Я еще не пятый, может уйду, будет пятый. Теперь мне на глаза нельзя попадаться. Блин, я разбил, сразу ушел, но мне не набрался. Сейчас еще одного. Все, пятый. Красавчик. Теперь уходи. А он меня не успел найти. Чтоб него это. Въехал. Так, где гонка пятого теперь? Там же. Да, у меня там же, где была и третьего, прикинь. Угу. Прикол. Блин, копы. Сейчас доедем. Я смотрю, как мне этот знак сбить. А, вот трамплин нашел. Рекламный знак. Нашел рекламный знак, он в стройке здесь спрятанный. Сбил. Возле гаража недалеко. Чё ты там? О, доеду. Мне бы не пойматься бы никому тут. Возле меня сколько полиции сколько кружит. Ого. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чересчур много. Тимур, давай быстрее. То есть у нас та же самая гонка сейчас будет. Та же самая. Да, без разницы. Где? Ой, вода, я в воду упал. Сам еду, не заметил. Ну не потерялся уровень? Не-не-не, не потеряется. Фу. Починю сейчас. Че там возле розового здания кого-то там трешься? О. Ой, копы. Ой, копы, отовсюду едут. О, боже. Нашел. Зараза, сюда не проеду? Не, могу. Может, потеряет? Спрячься здесь, да. Да, налево, потерял. Налево. Нашел, потерял. Заедем в тупичок и мотор туши. Или прыгай по этим. Я тебя слышу слабо. А я так лучше. О, так лучше нам. Да, ну и занято. Тут микрофон чуть-чуть раз-раз. Так. Ну тут, кстати, я смотрел, у меня сейчас 300 тысяч пунктов, а надо там миллион набирать. Это тоже чисто. 300 тысяч, у меня почти 900. Ну, блин, до гонки доехал, там коп на меня едет, я спрячусь. На миллион ачивку получишь. Да?
Да. Там есть тоже по этим. У меня уже была такая ачивка. Уж не получу. Ну, мне кажется, у меня еще. Была, знаю такую ачивку. Да блин, да еще коп едет, да и только один проехал. Спрячься на поле для гольфа. Заметил, что ли? Нет? Не заметил. Он по полю едет за мной. Давай, не надо меня замечать, слышь? Заметил, что ли? Все? Нашли меня? Блин, нашли, началась погоня. Ча, зараза. Ну все. Блин, ты че, ко мне сюда едешь с ними? Ни с того, ни с сего. А ты с ними тут стоишь? Я не знаю, где ты. Нет, я в задание спрятался за зданием. Теперь тут, сука, полиция стала ни с того, ни с сего. Ничего себе. Надо прятаться куда-то. Сейчас трамплин, то есть перепрыгну. Кто там уезжает от копов, не ты? Ну я в стройку заехал сюда. Сейчас с трамплином от них. У. Ой. Так. Меня потеряли. Ура. Как теперь доехать до обратно? До гонки. Да блин, на меня ездит с копами. Я так не смогу. Они постоянно будут меня находить так. Так, еще трамплин. А, разгона не хватило мне. Нельзя меня брать еще, подожди. Где этот трамплин? Я потерял. Вот он. Нашел. Все, до свидания. А, вертолет, ну нормально. Все, починка. Я скрылся. Так, что там без копов? Могу гонку? Я жду. Олег. Спрятался. Давай, начинай. Я тут спрятался. Одиночный тогда. Ой, не один вызвал. Фух, чуть не нажал. Ёма. Второй раз за сегодня. Вот, давай, эта гонка хорошая будет. Я тоже на поле уезжаю для гольфа. О, четко. Нормально. Третью проехали, с пятую проезжаем. Нормально. Хорошо. Че будет супер. Ага. Четкий. По идее, та же гонка должна быть, да? Да. Точно самое. Просто что вот пятый, третий уровень, запчасти другие, да. Ага. Это главное. Мне реально не хватает запчастей еще, оказалось, как я понял. Понял. На ультиматив плюс у меня ни хрена в воду ушел, блин! Нет, у тебя уже больше получается, у меня вот там меньше. Я сам этого не ожидал, но потом... А, вот он, чекпоинт, тот же самый, который я пропустил. Давай, чувак. Ты первый идешь. Каким едешь? Второй? О, неплохо. Блин, второй! Ты говоришь, второй, я врезался в полицию прям. Полиция. О, ничего себе. Шел это вторым, хорошо. Да. Выехал полицейский. Проехал. Чел. Смотрел на то, каким ты едешь и проехал чекпоинт. Пропустил. Не, ну здесь соперники, смотри, у тебя Пагани, Цон, этот... Кёнигсэгг, Феррари. Второе место. Ты побеждай там, я уже не это самое. Так я хотя... Молодец.
теперь бы еще... Вот, у меня получил запчасть стоит. Теперь мне надо в гараж быстренько. Да, едем. Где гараж? Я последним приехал в итоге. Не знаю. Ты получил что-нибудь? Не, я последний. Хотя, если у тебя все открыто... Я чекпоинт пропустил, и все, там было 87% уже, меня все обогнали. Ничего себе. Было четко. О, если я не доеду до починочки сейчас, то все. Я проиграю запчасти от третьего уровня, который выиграл. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что я делаю? Так, починочка. Да, есть контакт. Ой, носорога мне не надо. Рино. Гараж. Приехал в гараж, наконец-то, ура! Все, на хвосте 4 машины. Прикольный перевод. Ну-ка. Ночь, говорит, которую я так быстро не забуду. Ну-ка, во-о-о! И что им мне дали запчасть, которая у меня уже есть? В смысле? Ну вот, дупликат, да? Фи, ёп! Рисковали тут одним местом, можно сказать. Подожди меня, не завершай. Я сейчас уеду, думаю. На стадион нормально. На стадионе спрятался от них. Посмотрим. Вы скрылись. О, здорово. А, на этом, на стадионе можно укрываться. Я наверх сейчас запрыгнул на крышу. Если они ко мне не додумаются заехать сюда. Читерское место, да? Что, не, еще пятый уровень есть? Нашли, гады. Я думал, не найдут здесь. Найдут. Надо какое-нибудь темное место прям от улицы спрятаться, чтобы и этот... Хайхит Блёнунг. Чё делать? Так, вот здесь не достанут меня, наверное. Вы уходите. Хорошо. Всё, меня не видят. Колёса я менять не буду. Нет, видят. Да. Какое задержание, если я на крыше? А, ладно, тогда попробуем вообще уехать отсюда, все. Нет, мне надо... Мне фигово найдут же. Лучше так сбегу сейчас. Сейчас тогда со стадиона перепрыгну надо и в гараж. У меня уже лям, кстати. Лям есть. Да ладно, у меня 600 тысяч так. Ага. Ну лям у тебя... А где лям? Денег или на этой? Репутации. Вы скрылись, да? Олег, привет вам, интеллигенты. Хоть без мат на стрим заглянул. Привет, привет. О, да, Санек, конечно. Да. У нас тут все уже, в принципе, надо заканчивать. Я уже все, короче. Ну, Феррари, блин. Я сейчас Феррари... Поехали, чуть-чуть блин, ее за... Чуть-чуть ее занизил, Феррари, кстати. Посмотрим, как она. Да, чуть-чуть. Тоже надо будет. Посмотрим, как она будет влиять именно на развал. Прохождение в поворотах. Ну лучше уже в повороты заходит. Без мата, да, стрим без мата. Все верно. Именно так, Александр. Именно так. Ну что-то, блин, начали играть. Ну, час, там, полчаса. Уже, короче, два с лишним. Уже 2.5, наверное, да? Да, 2.22. О, четко. Да, хватает уже. Быстро время проходит. Ничего не успеваешь сделать. Вообще. У тебя какой там? Есть еще пятый уровень, нет? Пятый есть, да. У меня еще... Ну, позови еще разок тогда, если получится. Нет, блин. Не, у меня все. У меня машина не починится. У меня половина хп. Ну, тогда... Ничего не сделаешь. Тогда на этом... у меня же не будет гонки пятого-то. Одна была, все. Блин. Хватит. Ну, тогда давай до следующего раза. Ага. Мне надо будет уже, наверное, удаляться потихоньку. Ну-ка, что мне открылось еще, посмотрю. Наконец-то я доехал хотя бы. Я буду сам дальше дела делать свои.
Бархатов, видел, у тебя Bloodborne сегодня играл, но там по-любому Bloodborne совсем другое происходило. Ну, намного больше мата, чем здесь. Не, у нас без мата. Чего это у меня нет этого? У нас без мата. Никакой детали у меня нет. Да здесь и не поматеришься. Сегодня все не так четко. Заработали денег, много денег потратили. Купили Феррари оба. Довольные. Бедные, но довольные. Ага. Хотя, слушай, с такой тенденцией еще пару часиков и все. Да не, хватит. На сегодня, думаю, все. Спасибо всем, кто забегал, но... Чатево. Я не матерюсь. Надо так культурно выражаться, а не матерюсь. Культурно, говорит, выражаюсь. Так, ну что, спасибо всем, кто забегал. На сегодня все. Надо мне тоже кое... Мне звонили уже, надо сходить. Да, спасибо всем, кто смотрел, я тоже пойду. Да, если тебя сейчас неделю не будет, но будет у меня шанс, я, может, сам врублю. Нет, так он с Мишей или кто его знает. В воскресенье уже дома должен быть. А монтировать еще надо. То есть тебя всю неделю не будет? Угу, да, всю неделю не будет. Ну, в субботу вернусь. Итальянец всю неделю в Италии в командировке. Ну, ты в Италии будешь? Да, в Италии буду, да. Приезжай в Германию в гости, е-мое. Я там буду ближе, да, кстати. Да и в следующий раз скажи, давайте поехали сюда к нам, заезжай в гости. Ну, мне, правда, живу далековато, да. Штуку надо тебе наверх ехать. 1000 километров. Ладно, всем... Да, далековато уже будет. Всем благодарочка, кто присоединялся, кто писал в чате, активничал. На сегодня это все. Да, надо дальше двигаться. Я еще сегодня, наверное, помонтирую попозже. На этой нотке заканчиваем стрим. Было много драйва. Были классные сегодня соперники в Need for Speed. Очень круто. Много денег заработали и много потратили. На следующий раз продолжим. Да, думаю, с Мишей. Теперь у нас есть такие же автомобили, как и у Миши. Настоящие, самые крутые. Это эти Феррари теперь. Но есть чем потягаться, а не просто так. Потому что он эту тачку брал, и мы все время отставали. Но времена меняются. У нас гараж тоже становится полнее, набитый. Разберемся. Ладно. Всем до скорой встречи. Продолжение следует. Присоединяйтесь к нам еще. Будет весело. Не менее весело. В следующий раз мы еще Мишу с собой притащим. Миша сегодня уже на боковую спать. Ему рано утром на работу. Надо иногда. Хватит. Все, он тоже. Ну, наверное, днем тяжело. У нас проблема какая большая. У нас гонщик медведь с пивом. У нас очень большая разница во времени. 6 часов разница во времени. И представляешь, у него сейчас там 5 часов, 4 часа утра. Мы тут, блин, сидим, ездим. У нас 10 часов вечера. Ну, дико. Да. Это очень, ну, не очень, как бы. Я не могу так сидеть, ну, ночью. Он уже и так сколько раз с нами сидел, говорю, иди отдыхай, спать. Ну, все, у него отпуск закончился, все, шутки закончились. Ладно, все, до следующего раза, давай тебе. Много не работать на неделе, созвонимся, хорошо, спишемся. Постараемся. Чат всем спасибо большое, до скорых встреч. Все. Всем хорошего настроения, всем удачи, всем пока. Пока-пока, продолжение следует.